Так, сегодня какая у нас тема? Кто знает? Транзакции. Нет? Конечно же, нет. Если вы смотрите то, что написано... Вот именно, то это неправда. Поэтому тут отвечает тот правильно, кто был на первой лекции, где рассказывал план. Да, типа самый внимательный из тех, кто был. Точняк. Конечно, я же писал здесь так. Поэтому сегодня, смотрите, я буду учить вас писать запросы. Что это такое? Как я и говорил, в реляционных базах данных две важные вещи. Это схема, когда вы можете создавать какие-то объекты в базах данных. И мы немножко поговорили про это в прошлый раз. Да, как там по табличкам все это рассортировать. И это. И второе, что на самом деле даже важнее, чем схема, это селекты. Почему важнее? Потому что, скорее всего, вы будете сталкиваться с системами разными абсолютно, нереляционными базовыми данными, там, со сложными и так далее, и у них у всех интерфейсом для вас будет написание селектов. Если вы станете когда-то, не знаю, аналитиком, менеджером, там, кем угодно, в конечном итоге у вас будут какие-то данные где-то лежать, не знаю где, но чаще всего будете к ним обращаться как минимум в селектоподобной форме. Поэтому сегодня я буду вам рассказывать все, что я знаю про селекты и учить вас на самом деле думать чуть-чуть более реляционно, чем вы привыкли. Это на самом деле самое главное из всего этого курса. Сегодня мы рассмотрим все, что я знаю, скорее всего, из конструкции селектов. Повызываю вас к этой замечательной доске, чтобы не я один здесь писал, вы тоже. И в следующий раз я принесу вам задачки. 10 задачек. Раздам их на паре разные. И вы попробуйте написать что-нибудь сами прямо на паре. И мы там проверим и разберем их. Вот, ну... Понятно, все называют селекты, да? Начнем. Я боюсь начать. Я не смогу писать? Не смогу писать, подождите. О, бум. Боже мой, карандашик. Тут все очень... Так, начну писать я сейчас. Класс. Селект. From... By. Смотри, легче пишу. Having. Your... Нет, почерк у меня, конечно, особый. Это понятно. Так, теперь смотри, что я делаю. Вот так вот, огонь, да? Это... Да, я тоже немножко в шоке. Это замечательно, что у нас есть такие средства. Давайте попробуем тебе их знания применить. На самом деле это практически все стандартные слова в SQL. Пишутся они именно в таком порядочке. Сегодня мы все их рассмотрим и постараемся разобраться. Начнем... С порядка, допустим. Давайте я его сразу напишу. Могу я писать? Блин, вот этот, конечно, меня немножко напрягает. Бум. Бум. Один. Первое, что выполняется в селекте, это всегда from. Второе — фильтры. Третье — group by. Лех, для тебя четвертое — having. Теперь необычно. Селекты пятые. И шестое выполняется условие или часть запроса order by. Все, это мы оставим. Теперь давайте начнем сверху вниз, а не с порядка. А потом про порядок тоже вам расскажу что-нибудь. Смотри, что такое select? Select на самом деле очень просто. В простейшем виде там будут просто перечисления полей, которых вы хотите выбрать. Допустим, select name. Все они через запятую, могут быть не только имена, могут быть, допустим, константы. А, з, допустим, ник, чик. Могут быть, на самом деле, выражения какие-то, да, там. Допустим, 1 плюс 3.
as age. Понятно, что s — это я просто назвал так. Можно написать, допустим, вот так вот. Смотрите. Age 1 равно 1 плюс 3. Какие-то версии SUBD и так поддерживают. То есть, грубо говоря, не через s называть, а через имя равно и выражение. Можно в селекте, прямо в выражении селекта, написать подселект. Допустим, да. Age. Возраст. Да, это будет выражение 1 плюс 3. Все правильно. Смотри, это просто я говорю, что, допустим, сейчас. From. Сейчас. Table. Смотри, это значит, сколько бы я строк отсюда не верну, в колонке под названием ник всегда будет буква А. Вот так вот. То есть, если я возвращаю, допустим, если... Ну, здесь нет никакой проверки. Я возвращаю все строчки из таблички А и говорю, что я верну имя, потом почему-то я всех назову А, всем скажу, что они все четырехлетние два раза, и потом еще какое-то поле. Понятно? Вы установите туда, в таблицу для всех? Нет. Я ничего не делаю с таблицей. Это я просто возвращаю какие-то данные. А в таблице уже есть? В таблице А есть уже данные. Очевидно, что там, по крайней мере, есть name. Все. Нет. Я их придумал. В результатах появится. Да, в результатах. Я говорю, что, смотрите, я из таблички А выбираю имя. Вот здесь name, да? Оп. Потом я говорю, что в моих результатах есть еще колонка ник, которая, на самом деле, всегда будет содержать А. Или, допустим, смотрите, можно написать вот так вот. Name плюс А. Да? То есть я как бы выбираю ник, просто плюсую буковку А. Вот там age. И могу даже взять, написать какой-нибудь подзапрос вот здесь, там, не знаю. From group. Ну, допустим, там какой-нибудь where написать. Бум-бум-бум-бум-бум, не принципиально. То есть в самом селекте, только в самом селекте может быть подселект. То есть вы на самом деле практически в любых местах может быть встроен подселект, то есть как бы он такой как рекурсивный, да, в самом селекте есть кусочек селект. Это плюс-минус понятно? А если подселект вернет таблицу, то как оно будет располагаться? Скорее всего, там он возьмет только первую запись, да, из одно поле, но если ты так написал, то ты можешь написать здесь, допустим, здесь limit 1, и здесь выбрать только группу, или, допустим, фильтр у тебя всегда возвращает одну запись. Ну, в общем, он, скорее всего, вернет одну запись тебе. Вот. Потом еще немножко про это поговорим, чуть-чуть только дальше продвинемся. С этим понятно, что просто select — это вы выбираете какие-то колонки. Нет, а? Я чуть не догоняю. Давай. То есть select name, первая колонка — это будет name. Имя, которое мы доставим. Имя. Колонки. Да. И там может быть селект абсолютно из другой таблицы. Вот здесь? То есть это еще одна колонка будет? Да. То есть ты говоришь, что на самом деле вот у меня есть имя, есть ник, есть еще что-то, и, допустим, ты хочешь группу человека вытащить, и ты можешь ее сделать прямо вот здесь, прямо в названии этого определить. Да. Это в этом примере. В этом примере именно так. Да. В этом примере мы возьмем имя, потом к имени прибавим А и сделаем из него ник, там age, там и так далее. То есть мы имя переименуем в ник. Мы добавим буковку А и назовем это ник. Да. На самом деле можно и просто переименовать, да. То есть можно написать вот здесь вот name as там N2, да? Ого! Это было круто. Если я этим овладею, я здесь буду просто ниндзя на доске. Это понятно с этим? С этим кусочком? Давай. Игорь или Леха. Вот в этом селекте уже нет. Ну, в предыдущем. Да, конечно. Будет колонка name, потом будет колонка ник, в которой будет name плюс A. Да. Обязательно возвращается
то количество колонок, которые типа через запятую прописали. Смотри, ты формируешь запрос. У тебя в таблице есть данные. Сколько ты здесь колонок запросишь, столько ты и вернешь. Столько тебе надо. Ты должен на самом деле просить ровно столько, сколько тебе надо. Ну, это 1 плюс 3 as h. 4 она выведет. И будет называться столбик h1. H, да. То есть возраст. H1. Ну, тут h1 есть еще. То же самое будет. Просто по-другому называть. Просто синтаксис другой. Можно и так написать, и так написать. Просто немножко. Смотрите, что еще важно. Можно написать просто вот так вот. Обычно можно встретить такой запрос. Select, звездочка. Что это значит? Да, это вы почему-то знаете. Правильно, это выбрать все колонки, которые есть где? Ага, теперь понеслась дальше. Ты и была. Но если мы вот тут сделаем какой-то join потом, бум-бум-бум-бум-бум, то на самом деле эта звездочка будет означать все таблички вообще, которые получились в ResultSet. То есть она включает и эту табличку. Но это про join мы чуть попозже поговорим. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Класс. Вообще огонь. Но select звездочка считается антипаттерном в использовании баз данных. Почему? Не, ну да, почему долго? Почему это может быть дольше? Ну да, много лишнего, правильно? Лех, вы должны просить ровно то, что вам нужно. Как бы и тогда ты это получаешь быстрее просто, ну, не всегда быстрее, чем, но тогда вероятность того, что ты получишь это быстрее, больше, чем то, что ты просил всегда все, да? Поэтому нужно стараться и в количестве строк просить то, что нужно, и, соответственно, в количестве, в данных. Просить то, что нужно. Но это так. Так, что еще есть в селекте? Есть крутая конструкция, что-то вроде простого ифа. Называется она кейс. То есть можно писать так. Кейс. Можно написать when, допустим, name равно Сергей. Then else not so cool, но долго писать. Просто not, допустим. Да? And. Оп. Ну, понятно, да, что это такое? Это простейший вариант ифа. То есть, если вы хотите сгенерировать какую-то колонку в зависимости от значений в этой колонке. Ну, в Excel же все там такое писали, да? Написали какой-то if там, что-нибудь там, подкрасить красненьким, если меньше там 20, покрасить зелененьким, если больше 100. Это такая же конструкция. Но на самом деле с помощью оператора case можешь делать просто магию. Да, там может быть прямо when name Сергей, when name равно Алексей, when там name равно Егор, там. Да, и вложенные кейсы тоже могут быть, да, там when, и здесь опять кейс, пум-пум-пум-пум. В общем, полностью вся вложенность поддерживается. Это все практически, что нужно знать про select. Мы еще это все... Кейс, возвращает значение какое-то? Да, значение. Вместо... Да, правильно. То есть написать кейс, чтобы там, а потом S, там что-то еще, да? Ты можешь взять, и вот весь этот запрос... Так, я тут сейчас попытаюсь это сделать. Вот прямо вот так вот взять. А можно это так вот удалить? Так, сейчас подождите. Не совсем то, что я хотел. Так, 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 как сгруппировать? Сейчас, смотрите, сгруппировать. Теперь я такой беру это. Ну, допишем потом. Так все и ломается. Да, и вот тут, короче, так, 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 переключимся на карандашик. Карандашик, скройся. И здесь пишем and, as... Не знаю, статус. Это будет еще одна
Да, это будет еще одна колонка статус, которая для Серег скажет, что у них статус cool, а для тебя, Игорь, not. Так просто. Очень согласен, плохой. И селект плохой получился. Вот. Крутота какая, да? А у всех вот возвращаем then, else, они одного типа? Они должны быть одного типа, на самом деле. Ты не должен выводить этот тип сикл, на самом деле, практически всегда вот по этим вот параметрам найдет самый общий из них тип, ну и упадет, если ты начнешь здесь что-нибудь совсем непонятное складывать. Вот. Это, на самом деле, все практически, что вам нужно знать про то, что можно написать в селекте. Но помним, что этот оператор выполняется только номер 5. То есть практически последним. Так, теперь я это все... Так, можно стирать с доски, видите? Прям рукой. И ничего не остается, видели? Магия. Теперь... Нет, мне же вот это нужно. Это же вообще принципиальная позиция. Это вообще тяжело. Копировать буфер там что-то... Не, пока я такой не такой крутой. Так. А где, короче? О, класс. Вот, смотрите, теперь двигаемся ниже. From. From — самая крутая штука вообще. Оп. From. В простейшем виде у нас там просто имя таблички. Правильно? Допустим, в нашем случае students. Students. Понятно, что можно сразу эту табличку как-нибудь обозвать. Допустим, назовем ее S. Что еще может быть во from? Понятно, что from — это как бы источник, откуда мы эти данные выбираем, да, вот колоночки, откуда мы эти берем. По факту вы на самом деле можете представлять это себе как вы набираете каким-то образом эту большую широкую таблицу в Excel. Из разных табличек Excel, из разных листов Excel вы набираете один большой. Вот так. Соответственно, есть join'ы. Напишем какой-нибудь здесь. Inner join. Допустим, на группы. SG. И условия по join напишем. Где S. Опа. Group ID равняется G. Ай, кайф. G. Да, поняли? Да. Смотрите, значит, в этом примере у нас есть табличка студентов, есть табличка групп. В табличке студентов какие есть поля? Как минимум групп ID там существует, да? А в табличке групп есть просто поле ID. Понятно, да, что происходит? Это стандартное соединение. Какие есть виды джойнов? Слишком много. Я слышал inner. Я его запишу сюда. Inner. Какие еще бывают? Так, cross слышу. Full слышу. Еще. Left и right. И full left и right называются на самом деле outer. Если есть inner, есть outer, есть как бы cross. Ну и мы это проходили, но еще, как говорят там, повторение мать учения. Что делает inner? Что такое пересечение, в твоем понимании? Это когда слева и справа одновременно одинаково есть. Есть это значение. Только те, где совпадают, да? Да. Что делает кросс? Классно. Что делает full? И левое, и правое. Хорошо. Допустим, и левое, и правое. Что делает левое? Та таблица, которая... Какая у нас здесь таблица слева? У нас одна сверху, вторая... Студент слева, согласен. Студент слева. И если что, левый... Если не будет группы, то там будет null просто. Ну, как бы... Точнее, не будет... Если во второй табличке, грубо говоря, для нас, если я напишу вместо inner left, то мне вернуться... Грубо говоря, вот этот запрос вернет студенту, у которых нет группы? Нет. А если я напишу left? Вернет. Но все поля из таблички групп будут равны чему?
Now. Класс. Так. Теперь, короче, фокус. Давайте такой напишу. Короче, я пишу from students as s cross-join group sg where это ss where s group id равняется group id. В чем разница? А? Да ну бросьте, где там мусор будет? Не, смотрите, во-первых, в кроссе не нужен он. Понятно почему? Да. Потому что тебе не принципиально, по каким колонкам ты вообще соединяешь. Ты делаешь декартовое произведение всех строк слева на декартовое произведение. Ну, то есть все строки слева на все комбинации строк вправо. Просто перебираешь все комбинации. А он что делает? Вот он здесь как бы фильтрует. Да? Вот здесь. Он тебе говорит, что, пожалуйста, найди мне из таблички студентов, то есть найди мне такие группы, у которых группа ID будет равен S-группе, соединяет их. Бум. Ты так бы поставил соответствие таким образом. Кроссу этого не надо, но здесь есть where. А в чем вопрос? В чем разница двух запросов? Будет ли разница в выводимых данных? Дублировано будет несколько раз. Ну, где совпадают, они будут дублировать. Как тебя зовут? Жень, ты прав. Я считаю, что эти запросы, ну, если там поля еще выбрать, понятно, что они как бы в конечном итоге вернут одно и то же количество строк. Но так не надо писать. Ну, это на самом деле зависит от оптимизатора, да, то есть если он поймет, что ты как бы не совсем как бы хорошо написал, то он как бы это сделает. В старых версиях SUBD можно было написать вообще вот так. Короче, from students, внимание, запятая, groups, и дальше вот этот where сюда поставить. И это как бы подразумевало, что ты делаешь cross-join. Да, и люди писали так inner-join. Тоже так не надо делать. Просто это не очень прозрачно, когда у тебя здесь будет from students 5 таблиц через запятую, а потом where 5 таких там или 15 каких-то условий. Это понятно, ребят? Поняли? Круто. Так, помимо фрома, то есть помимо джойнов, про которые мы чуть-чуть поговорили, здесь может быть, конечно же, просто под запрос. Допустим, какой-нибудь там select. Не знаю, там, name, опять же, from, даже если ту же табличку, students, where, неважно, не знаю, там, ник, допустим, равен best. Только нужно обязательно назвать ее. Назовем ее, не знаю, там, D. Да. Ну, потому что тебе нужно... Ты создал как бы именованную часть запросика, и тебе обязательно его назвать, иначе вот так. Вот. Что теперь будет? Теперь, грубо говоря, что же теперь будет? Ну, так ничего не будет работать. Да, так, ничего не будет работать. Можно написать какой-нибудь, допустим, не знаю, там, left, допустим, join, left, join, оп. Вот на вот этот вот подзапросик здесь написать какой-нибудь on и заджойниться с подзапросом. Да.
Запрос вернет столбец name, да? Да, он вернет столбец name, но ты можешь как, ну не принципиально, здесь можно написать там, не знаю, ID 2, там неважно, что есть. Да, он будет, главное, что смотрите, если, здесь фишка в том, что если у вас нет такой таблички, типа как нашей группы, да, ну вы там хотите, там, не знаю, какой-нибудь, посчитать здесь что-нибудь, типа суммы, то вы можете этот подзапрос подсчитать и заджонить его сюда. Вам главное, что вот здесь в innerJoin'е может быть не просто имя таблички, а подзапрос, целый подзапрос. И он со всеми теми же правилами, которые формируются для подзапросов, там, для селектов и для всего. Понятно? Что это такая как бы матрешка. Да? То есть она может быть простой вот в таком варианте, но если... кто-то постарался, эти запросы могут занимать там, ну, сотни строк, да. И вы должны аккуратненько, не знаю, определить, понять, что это такое. То есть смысл вот того, что сейчас здесь написано? Смысл того... Смотри, смысл того, что здесь написано, только в том, что ты можешь имя таблички подменить на запрос. Понял? А так тут, да, какой-то мусор. Но я могу написать что-нибудь полезное для вас. Смотри, давайте что-нибудь тогда для... Тут так вот напишем пока. Что-нибудь сейчас я попереключаюсь. Бум. Ну, допустим, не знаю, какой-нибудь я буду считать Макс... Mark from Mark as, понятно, что мне нужно выбрать резинку. Нет, резинку. О, вот так. Тик-тик. И как тебе? As am. Так, и здесь мы, допустим, left join. Ну, даже без left join возьму сейчас и напишу это. Вот тут здесь напишу вот так вот. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И напишу здесь. Так, там. Просто join. Если я пишу просто join, что это значит? Нет. Правильно. Но старайтесь как бы все-таки писать inner join, не экономьте, да? И так это не будет работать, все правильно. А вот так, допустим, будет. Тогда можно без зона. И тогда как бы мы приходим к следующей части. Что нам вернет select max mark? Надо обязательно, на самом деле, было дать ей имя какое-то. Допустим, назовем ее as max mark. Класс. А потом, смотрите, наверное, можно сделать вообще просто взять, потом перевернуть вот так. Но я не буду так делать пока. Поняли, да? Примерно. Смотрите, у нас есть табличка оценок, и я просто выбираю максимум оттуда. А вернется, если несколько равных, то они все довернутся? Нет. Здесь я просто верну один максимум. Какой-то случайный степень. Просто, неважно какой, просто число. Ты вернешь просто число, неважно, как, из какой строки ты его взял. Ты вернешь просто, не знаю, что максимальная оценка почему-то пятерка. Допустим, да, гипотетически. И ко всем записям отсюда ты приджойнишь в этом случае одну запись с этой пятеркой. Макс Марк. Ну, вот здесь я написал, видишь, ну, очень понятно же, ну, боже мой. У вас так преподаватели не пишут там, вот здесь вот, и вот тут с краешкой чуть-чуть. А? Да, можно. Вот. Да? Еще можно скрыть вот эту штуку, которая сбоку будет. Вы, да? Сверху там скрыть автоматически. Что-то ничего не то скрылось. Ну, это ничего. Да. Какой-то обман. Мне кажется, меня только что надурили где-то.
as mm. Так, сэкономлю здесь. Ну, началось, блин, ну. Так. Мне кажется, я могу двигать эту штуку вообще бесконечно. Нет? Ну, ладно. Смысл понятен, главное? Да. Понятен всем, ребят? Каким именем она добавится? MM или M? Она будет... К ней можно будет доступиться через... Либо через просто М. М. МММ. Либо, смотрите, если у нас в других табличках нет больше колонок с названием ММ, что очень вероятно, то можно просто ММ. Да, то есть вы используете префикс с... вот эти вот буковкой, только тогда, когда вы хотите указать, из какой таблички вы хотите взять. Допустим, если у группы есть name и у студентов есть name, и когда вы хотите, там, не знаю, вытащить, вам нужно будет указать s.name либо g.name в этом случае. Понятно? То есть даже когда не объединяются, там таблицы можно идентифицировать. Да, конечно, в этом и смысл. В этом, поэтому мы им и дали название S, G, там, и вот это вот M, чтобы потом из них всегда, из конкретной таблички можно было попросить имена. Ну, то есть колонки какие-то определенные по имени. То есть они все начинаются на... Они все именованные. Понятно, ребята, здесь все? Да, и вот это... То есть вот cross-join, то, что мы делаем с одним значением, просто появится еще один столбец. Да. Каждой строчке которого будет максимальный максимум. Да. Да. И здесь, конечно, важно, как работает оптимизатор на самом деле. Посчитает ли он один раз этот максимум, что на самом деле практически, ну, грубо говоря, так должно быть, да? Либо он как бы начнет, типа, для каждой строчки вычислять этот подзапросик и так далее и тому подобное. Но, смотрите, можно этот запрос немножечко усложнить. Допустим, написать здесь where, допустим, group ID равен, вот это назовем тоже M, M group ID. Бум! Понятно, что происходит? Смотрите, что происходит. Эти запросы сразу же стали так называемые, превратились в коррелированные запросы. То есть вот он построит такое множество студентов с их группами, и теперь ему для каждой групп ID нужно будет пойти в табличку оценок и найти максимальную оценку для этой группы и ее приджойнить всем этим строчкам. Я вообще понятно что сказал, да? Я не вижу просто в глазах у вас. О, ничего себе вот это. Select в скобочках, он будет несколько строк иметь, зависит от того, сколько групп. Вот здесь всегда одна будет строка. Вот здесь будет всегда одна строка за счет того, что мы max вызвали. Если он каждый раз будет к разной группе обращаться, как раз select делать? Это может быть по-разному реализовано, но в принципе для каждой группы, для каждой вот этой вот группы он должен будет сделать такой подзапросик, да, и присобачить его к нам. Чук-чук-чук. И ты получишь, допустим, оценку студента и максимальную в его группе. Ну, то есть, нет, грубо говоря, имя студента и максимальную в его группе. Зачем это надо? Ну, допустим, да. Такое у нас требование. Сообразили? Игорь, давай еще. Не понял? Просто не очень понятно, почему. Что именно? Почему у нас получится так, то, что у нас для каждой... Ну, то есть получится именно такие данные, то, что для данного студента вот у него группа ID равен... Смотри, ты получишь строчку, допустим, студент, и он, у него будет группа ID. Да. Да? Теперь ты говоришь... Как... Для каждой строчки выполнится этот селект. Да, а можешь думать, что так, что для каждой строчки ты его просишь, что ты как бы должен взять ID из таблички группы, бум, вот отсюда... И посчитать, найти для нее максимальную оценку. Окей. Но вот. Вообще на практике там, скорее всего, оптимизатор ищет всех студентов. Смотрите. Группой, ну, на практике, допустим, если табличка групп маленькая,
да, то он возьмет все строчки из таблички группы, найдет для них все максимумы. Оп. Теперь он получит табличку групп ID, запятая максимум, и ее уже будет собирать со студентами. То есть он не будет как бы со студентов начинать, да, как бы, а начнет с более маленькой таблички, для которой на самом деле мы должны посчитать этот максимум. Понятно? Понятно, ребят? Кто не понял? Смотрите, как бы главное правило моих лекций — это нормально, что кто-то что-то не понял, да? То есть нужно в этом признаваться, я буду повторять, другими словами говорить и так далее. Вот это связанный запрос. Коррелированный. Да, коррелированный. Возникает именно когда where добавляется в обложенный select. Да, и когда он ссылается на другую табличку. Ты их скоррелировал, понимаешь? Ты тем, что ты указал G, и она вот здесь есть G, да, ты взял. Ты говоришь ему, что ты вот этот подзапрос как бы заставил быть связанным с этим. То есть, если бы там был where, в котором не был, ну, не ссылались бы никак. Да, если там был where, ну, да, если был там where, допустим, не знаю, там, GID равно 3, то все, это такой же запрос, который можно выполнить один раз, как бы, да, и ничего не происходит. Так как мы заставили его смотреть на вот эту табличку, он просто будет вынужден для каждой вот этой группы посчитать этот максимум и соединить его нам и отдать нам. Сообразили? Смотрите, это как раз и называется реляционным мышлением. То есть, смотрите, мы когда пишем в Java там, или, не знаю, в JavaScript, в Python, там, кто на чем пишет, не принципиально, скрипты какие-то, мы всегда апеллируем командами, на самом деле, да, типа, открой холодильник, возьми молоко, открой пробку, налей молоко, там, бум, закрой, поставь в холодильник, закрой холодильник. И вот так мы пишем код. С точки зрения SQL мы говорим ему: верни нам, пожалуйста, чашку чая. Он, ну, практически декларативный, да, то есть мы как бы, то есть, ну, тут не совсем декларативный, просто потому что декларация слишком сложная получается иногда. Но по факту ты говоришь ему: пожалуйста, верни мне вот то, что я себе здесь написал. Как он это сделает? В этом и заключается оптимизация, да, там, какие у него есть индексы, какие что, как мы попросим это. Потому что одно и то же мы можем попросить совершенно по-разному. Да, вот, грубо говоря, вот этот запросик, мы могли положить на самом деле в селект, прямо, в поля. Помните, я говорил, что там в поле можно написать? То есть вот просто этот же запрос из CrossJoin убрать и положить в селект. В результате ничего бы не изменилось. Как отработал бы запрос, неизвестно. Ты не понял, Игорь? Про поле что-то. Смотри, мы могли написать, здесь слишком много махинаций с доской нужно будет, чтобы это провернуть все, да? Мне, но мы могли написать так: select. Не, я просто плохо соображаю. Ну, плохо, как бы, с ней, как бы, не, ну, короче, плохо и пользуюсь. Вот этот вот подзапрос, да? И потом from, и вот этот вот весь from. И ничего бы, скорее всего, не поменялось бы. То есть мы могли в полях указать подзапрос, как я указывал, а from оставить тем же, и у нас теперь поле было бы коррелировано с подзапросом. Это просто другая, несколько другая запись того же запроса. На самом деле они привели бы к одним и тем же данным. Вот. Понятно хоть что-то тут? Ну, мы будем практиковаться, но к этому нужно определенную, конечно, привыкание иметь. Я закрыл так вот. Так, давайте двинемся дальше, потому что мы все движемся, знаете, к чему? Правильно, к хэвингу. Блин, наверное, это не очень круто. Так, бум. Так, сейчас, так, так. Так. Сейчас я все это сотру. Она, кстати, не мультитач или мультитач? Нет, не мультитач. Ну, как-то не слишком близко. А, ну так, нормально. Вообще огонь. Два ножа. Так, все. Следующее у нас where.
Самое простое, мне кажется, это просто фильтр. Да? Как мы хотим делать фильтр? Понятно, что where может быть все то же самое практически, что и в селектах. Под запросы могут быть, ну, самое простое, допустим, name, я уже 1000 раз это делал, равно, понятно, Сергей. Самый простой фильтр, да, там, допустим, или один равно одному. Easy. Можно так написать. Он всегда будет true, конечно, всегда будет возвращать все строчки, но потенциально так можно. Поэтому так не будем делать. Сотрем это. Или вот так просто. Могут быть подзапросы какие-то, допустим, да. Допустим, самый такой вот знаменитый частый кейс. Мы сотрем. Или, допустим, так, сейчас бум. Бум. Или, ну, мы выбираем, допустим, from студенты наши. Студенты. S. И пишем, где... Так, пишу and. S. Group ID. Потом пишу такой вот in. Бум. Бум. И пишу select. Group ID. Или, да, наверное, даже не group ID, да? Сейчас эти. Сотру это все. Да, as ID. From group. Where. Допустим, это будет G называться. Кстати, S можно часто пропускать, но так лучше не делать. Лучше писать S. Ну, можно писать просто group G. И, типа, это ты выдали так псевдоним. Где же, допустим, факультет равен, не знаю. Какой там у вас факультет самый крутой? ТНТ? Ну, неважно, два. Смотрите. Понятно, что происходит? Понятно? Отлично. Кто сказал не очень? Красавчик, как тебя зовут? Смотри, а Арсений у него есть короткая? Сеня, да. Вот, Сеня, смотри, короче. Мы возвращаем всех студентов, где имя равно Сергею, и поле групп ID из таблички студент входит в список, бум, и этот список возвращает нам под запрос, который говорит нам, верни все ID-шки из таблички групп, для факультета 2. Ты вернешь здесь только группы из этого факультета, а потом вернешь из них только людей с именем 2. Да. Смотрите, мы этим селектом, который под селект, мы возвращаем список, ну как получается, да? Да. Мы там возвращали две колонки. Мы могли указать какую-то колонку. Смотри, в стандарте SQL, насколько я знаю, здесь только одна колоночка может быть. Но, если не ошибаюсь, в Oracle можно возвращать здесь две колонки. Ну, короче, в некоторых реализациях можно несколько колонок возвращать, и там как бы уже с ними работать. Но в стандарте одна. Смотрите, какую фишку можно сделать. Inner join, да? Да, точняк, ты абсолютно прав. Да, то есть мы... Да. И это будет то же самое, на самом деле, практически то же самое. То есть мы можем взять этот запрос, положить его во from, здесь, допустим, просто все то же самое сделать, как под запрос оставить его, и это будет практически то же самое. Мы можем даже просто заджониться на групп, то есть написать from students, здесь я напишу вот так вот, inner join group, потом написать on, по группам по ID, и потом написать end group факультет равен двум. Понятно? Ну, тут непонятно, но... Да. Да, то есть в on это не просто, ну, как бы в on вы не обязательно должны ссылаться на предыдущую табличку, здесь может быть кусок фильтра. Да, то есть вот он здесь вот здесь размещен, а вот здесь это можно было просто в три строки написать.
просто заджонится на группы, а по группа, ну, по студентам, по группе ID, но оставить вот здесь только группы из второго факультета. Понятно? Или я должен стереть все и написать это более понятно? В том случае у нас только студент возвращается, все колонки студент. Ну, здесь не написано, что мы возвращаем. Здесь мы просто работаем с набором строк. Они, набор строк будет одинаковый. Ну, но там лишний столбцы появятся. Да, правильно. Если мы их не выбираем, то, скорее всего, не появится, не повлияет. Смотри, то есть, грубо говоря, если мы напишем здесь select, да, select s точка звездочка, оп, так тоже можно. Что это значит? Все поля из таблички студентов. Да? Да. Почему мы можем использовать сокращение? Потому что select работает после from'а. Да, то есть первое отработает from, мы в этот момент узнаем, как мы их проалиасили, то есть какими номинами придумали, и тогда их вернем. Да. Соответственно, в этот момент мы попросили просто все поля. Единственная разница where in и inner join, и здесь нужно вот сейчас прям напрячься, что inner join может увеличить количество студентов. Не зачем, а почему, правильно, вопрос. Наоборот, да. Во-первых, если будут студенты, у которых нет групп, то мы их потеряем, но, скорее всего, мы бы и так их потеряли, потому что VIN было. Но если есть, если, допустим, есть группы с одинаковым ID-шником в этой табличке групп, ну так сложилось, что группа там 26 с ID-шником 2 и группа 27 с ID-шником 2, то мы для всех студентов с этим ID-шником раздвоим их. Понятно? Потому что так работает inner join. Да, мы как бы для каждой записи ищем совпадение, но если в одной табличке была одна строка, а в другой две строки, мы получим две строки. Поэтому если как по какому... VRIN никогда так не сделает. Он просто фильтрует. Он ничего не размножает. То есть он просто отфильтрует нам, да, все это. То есть здесь как бы прозрачная логика с inner join. Если вы джойнитесь по ключам, с foreign ключом, будет эквивалентная запись. И оптимизатор это поймет. Но если вы джойнитесь не по ключам, не по уникальным ключам, а по чему-то еще, то теоретически вы можете увеличить количество записей в, ну, студентов, вернуть, там, не знаю, был один Сергей, а вы вернете и просто дубли. Бум-бум-бум-бум. Вот. Какой вариант грамотнее считается? Тяжело сказать прям грамотно. Inner join покороче, он прозрачнее прочитается человеком, скорее всего, да. Но этот просто понятно, что ты хочешь сделать. Ты хочешь отфильтровать, он тоже нормально прочитается. Просто он чуть-чуть более громоздкий, чем этот. И если тебе, допустим, вот смотрите, фишка, как ты спрашивал. Кто-то спрашивал про несколько полей. Вот, типа... Да, да, то есть вот здесь в VRIN мы всегда фильтруем, допустим, по группе ID всегда, по одному полю. То в inner join мы можем написать он по одному полю, и потом написать end что-нибудь по второму полю тоже. Да, то есть вот здесь inner join просто более универсальный способ это сделать. Если тебе, допустим, нужно не только по группе ID отфильтровать, а вернуть у всех там эти из факультета, и там еще какой-нибудь из группы взять, и потом, ну, короче, по двум полям это сделать. Это... вот здесь тебе придется написать еще один тогда под запрос. То есть написать, если VRI наставить, то, допустим, написать end s name in и продублировать этот запрос, достать такое же поле, и он точно будет выполнен два раза, скорее всего. Этот кусочек, этот имеет шанс выполниться один раз. Прозрачно с этим. Но это прям тут надо, как бы, как сказать, почувствовать это, да, и не факт, что это прям все сразу очень легко ляжет. Да, это как бы нормально. И на самом деле есть определенное искусство писать селект, но когда вы напишете их там уже десятки, то что-то придет к вам.
Как и, не знаю, как и объектно-ориентированное программирование, да, то есть есть всегда какой-то майндшифт, который ты преодолеваешь, и потом это становится естественным для тебя, эти классики маленькие там всякие паттерны и так далее. Грубай, смотрите, грубай, пишу простейший запрос, который мы писали, select max mark from Марк. Есть такое понятие, как агрегационные функции. Здесь я использую max. Да, они бывают. Max, помогайте мне. Класс. Какие еще? Count, AVG. Какие еще? Ну, одну самую главную забыли какую-то. Ладно, подмогу. Сумму. Это вроде основные. Соответственно, всегда эти какие-то агрегационные функции применяются к группе. Когда группа не указана, считается, что весь, все множество строк является группой одной. Соответственно, этот запрос означает, я хочу вернуть максимальную оценку из всей таблицы оценок. Да? Если я напишу, допустим, вот так вот. Group by. Допустим, group ID. И вот здесь я, допустим, напишу вот так вот. Group ID. Что это будет значить? Что будет значить? Да. То есть мы возьмем все множество оценок, разобьем. Откройте окно, наверное, какое-то. Потом оно становится душно, мне кажется. Я говорю, уже засыпает. А мы еще даже к хэвингу не добрались. Так, то есть ставим холд, мне скажите, я закрою. Или мы сделаем перерывчик. Так, смотрите, это значит, что мы разобьем все это множество на группы по полю групп ID, и в каждой из этих групп возьмем максимум. Сообразили, да? Ну и, соответственно, можем взять также сумму этих оценок, среднюю из этих оценок и так далее. Он вернет нам столько строк, сколько групп ID было. Ну, в общем, если там, допустим, записи не было, он вернет нам ничего. Все. А если мы сделаем такую функцию к ничего? Допустим, мы сделали вот такой вот селект, сделали для него сумму. Да, на суммирование вот этих. Ну, он ноль просто вернет себе. Просто, ну, сумму ничего. Да, 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 ноль. Какой-то смысл, если будет это будет работать, если это в другом порядке будет. Group ID, max. Вот эти вот колоночки? Если поменять местами. Да, смотрите, сейчас я. Все, нормально. А, что-то притормаживаю. Да, колонки влияют только на порядок колонок в селекте. То есть ты их поменяешь, соответственно, ты будешь получать табличку, которая сначала будет группа ID, а потом максимальная оценка. А, я не могу допереть вот группа, группа ID, что это значит? Group by. По полю группа ID. Так, смотри, отлично. Как тебя зовут? Арман. Арман, смотри, вот допустим, у тебя есть табличка оценок. Ну да. И... Смотри, в ней написано студент, student ID, группа ID, оценка. Ну. Студент, группа ID, там... Ну, оценка, таких много. Давайте я прям вот так напишу, смотри. У нас есть, допустим, неважно, group ID, mark. Ну, неважно, да, но пока нам оно не принципиально. И у нас здесь 1, 2, 2, 3. Здесь 4, 3, 5, 2. Вот. Соответственно, что мы вернем? Сколько строк сначала мы вернем? Давайте начнем с этого. А? Три строчки, это правильно. Арман, давай дальше. Какие строчки это будут? Группа ID. Группа ID, давай, просто строчки. Марк, группа ID. Ну, порядок как раз-таки, мы порядок не определили, значит, в любом порядке. В любом порядке диктуй. Ну, вот мы первую, вторую, третью. Ну, в смысле, мы первую, вторую. Смотрите, мы вернем никакую из этих строк. Да, мы вернем как бы новые строчки, они не попадут, ну то есть как бы мы,
это не будет никакой из этих строк, да? Мы вернем 1, 4, 2, 5 и 3, 2. Три новых строки. Все, если бы там была сумма, мы вернули бы 1, 4, 2, 8, 3, 2. А если бы была только одна запись, например, группа ID 1, а Mark now лежала бы, он бы ничего не вернул или вернул бы с now? Нет, он бы вернул нам бы один now, скорее всего. Чего не понял? Отлично. Почему ты не сказала раньше? То есть до того, как Арман спросил, ты понимала? А теперь нет. Давай. У нас 4 строки. Мы смотрите, что значит группируем? Да, тогда. Группируем, это значит, что мы разбиваем их на части при одинаковом значении этого поля. То есть у нас получается раз группка, два группка и вот три группка. Поняла? Как тебя зовут? Лен, ты поняла? Да. Мы группируем по полю групп ID. Все группы являются строчки, у которых это поле является одинаковым. Понял? Да. Огонь. Красавчик, Лена. Все, а потом к этой группе, то есть к строкам из этой группы, применяем, соответственно, функцию, которую мы взяли. И берем макс отсюда, макс из этих значений и макс из этих значений. Либо сумму, либо average, либо минимум. А можно, допустим, два столбика, двух столбиков агрегатная функция, то как она будет работать? Так, подожди, Что пишем? Что-то опять не... Макс, а вторая мин. Да, то есть мы сделаем здесь Мы пишем здесь типа запятую и пишем здесь, допустим, минимум от марк. Ты просто умница. Да, там какие-то просто музыкальные эффекты. Все гремит. Так. Давай. Конечно. Всегда любые агрегатные функции применяются к этой группе, к строчкам из этой группы. И ты вернешь максимум, почему-то потом группа ID, потом минимум. И все. И вот в group by можно только один столбик? Нет. В грубая могут быть любое количество столбцов. Смотрите, здесь может быть, допустим, если я здесь напишу group ID, допустим, смотрите, так вот, у нас есть табличка, сейчас. Вот смотрите, у нас есть табличка оценок. Давай, это хороший вопрос. Молодец, у нас есть табличка mark. В ней у нас есть колонка ID. Допустим, group, grid. И марк. Бум-бум-бум. Вот так, вот такая. Теперь я беру такой. Смотрите, хитрый. Сейчас, оп. Что я получу? Еще запятую тут беру. Бэм-бэм-бэм-бэм. Да, и что это будет? Все. Нет, это будет много. Не, если уникальная яйцечка. Да, будем считать, что это вся Да, это будет реально вся табличка, и максимум и минимум будет совпадать со самим марком. Можно написать, это прозрачно, да, получилось. Можно написать что-нибудь типа... Это будет много групп, по факту, потому что у тебя ID уникальные все. Да, и получается, да, это будет много записей. Ты вернешь много записей, потому что у тебя много групп. У тебя как бы одна группа будет равна одной строке. Допустим, можно написать group by mark. Просто придется выбросить что-нибудь еще там, да. Вот здесь просто придется поменять что-нибудь. Так не получится, короче, ладно. У нас всего три колонки, как бы. Но смысл заключается в том, что... Да. Колонку, допустим, факультет ID добавить и вот сделать group by.
факультета. Давай добавим FK ID. То ты можешь, да, вот здесь написать FK ID, запятая, group ID. Но здесь фишка, на самом деле, такая. Смотрите, что еще важно? Вы можете выбирать в селекте какие колонки? Задачка на пятерку. Какие колонки вы можете писать в селекте? Которых нет в группе. Наоборот. Которые есть в группе. Молодец, как тебя зовут? Егор. Молодец, правильно. Потому что вы можете писать только те колонки, по которым были группы сформированы. А другие вы как бы сжали, пренебрегли им, да? То есть как бы представьте себе, что вы как бы самый простейший способ написать группбай. Вот у вас есть список объектов каких-то. Вы берете в хэше, заводите ключ из двух полей, там, не в хэше, там, да, там в сете, допустим, неважно. В хэш-таблице имеется в виду, да. И вы бежите по всем ним, и когда вы находите новый ключ, вы вставляете туда, да. И допустим, в зависимости от агрегатной функции, либо там максимум считаете, либо сумму, либо среднее. Да, вот так вот. Ну, со средним там, в принципе, не так не получится, неважно. Как бы вы так вот накапливаете это, так и работает. Соответственно, потом, когда вас просят показать, то вы все остальные колонки, кроме тем, по которым агрегировали, и, соответственно, агрегационных функций потеряли. Соответственно, в селекте с грубая могут участвовать только те колонки, по которым был, грубо говоря, грубая сделан. Это важно. То есть в селект нужно обязательно добавить? Не обязательно. Ты можешь их не добавлять. Грубо говоря, как в этом случае, смотрите, если группа принадлежит факультету, ну, как в нормальных университетах, то есть группа учится в одном факультете. Очевидно, что группировка по FK ID, она избыточна, потому что более жесткая группировка по групп ID. Поняли? Поняли? Подожди, поняли что? Ну смотри, ну у нас будет вот такая тема, что вот эти все в первом факультете, а вот группа 3 во втором факультете. Но группы будут все равно вот такие. Один, такие. Может быть. Да, может быть. Конечно, может быть. Я просто про наш конкретный кейс говорю. Когда это факультет, конечно, могут быть различия, да, но вот если это факультеты, и вот это значение просто более широкое, то группа у тебя все равно будет как бы, ну, по связке двум, то есть у вас должны совпадать два поля. Так как это всегда как бы одинаковое, ну, то есть у вас все равно будут такие же группы, да, и такое же значение получите. Но чтобы вывести его, факультет ID, вам придется добавить его сюда, чтобы можно было здесь написать факультет ID. А, да? Да. Смотрите, мы делаем select маркам, да? Да. Маркам. И мы используем эти оценки, да, но мы не делаем по ним же никакой группай. Вы говорите, что мы не можем делать селект. Нет, ты посмотри, вот правильно. Так фишка в том, что в агрегационных функциях ты можешь использовать все остальные поля внутри агрегационных функций. В максе, в сумме. То есть в этом и смысл. Ты должен собрать группы, а вот с этими значениями, с остальными, применить к ним какую-то агрегационную функцию, сумму, среднюю, там, не принципиально что. То есть как раз внутри макса ты можешь ее использовать. Но говорю, ты бежишь, короче, по листу своему, бежишь. Такой, ага, это новый ключ. Что я теперь делаю с этими значениями? Ага, складываю к сумме предыдущего ключа. Бум, сложили, побежал дальше. Но как только ты побежал дальше, ты как бы все уже, как бы потерял состояние. Порядок сохраняется или они перечислены? Нет, порядок может не сохраниться. Представьте, что вы, допустим, написали алгоритм через хэш-таблицу, да, и в концовке вы такие все собрали, по всему списку пробежали, теперь вам нужно пробежаться по хэш-таблице, и там это может быть там уже в любом порядке. То есть раз, пробежали и выдали. Потому что на самом деле мы ему порядок никакой не указали здесь. Вот если бы мы написали вот здесь вот, о чем мы дальше поговорим, order by, допустим, по факультетам, он бы такой напрягся еще, блин, тебе еще и отсортировать по факультетам нужно. Ну ладно, попросил, так сделаю. А можно было бы оставить, сохранить порядок, который у нас изначально? В таблице? Нет, вообще не так. Если ты не просишь этого через order by, то ты можешь его получишь, а может быть не получишь, то есть нет никаких гарантий. Я имею в виду, можно ли как-то order by сделать, чтобы он просто сохранил порядок, который в марке был, а не то, чтобы он как-то отсортировал? Нет. Смотри,
Он может избежать иногда сортировки, если он уже понимает, что они в таком виде получатся. То есть самой операции сортировки в этот момент не будет. То есть если они там, не знаю, на диске хранятся по группам, он это знает, он это контролирует, то он как бы саму операцию сортировки скипнет, потому что у него автоматически группы так получатся. Понял? Я немного не про то спрашиваю. А, давай про что еще раз. То есть смотрите, вот у нас в таблице марк был определенный порядок. Нет, его как бы, ну его как бы нет порядка. Ну, вот именно, что его нет, но вот именно вот такая последовательность. Ну, и можно ли там типа какой-то аргумент поставить, чтобы он типа есть хранил? Смотри, это к вопросу про индексы. Давайте оставим его потом, на потом. Но по факту, это я просто их так записал, а храниться они могли там вообще не так совсем. Вот. То есть, если вы... Главное, что нужно знать, если вы хотите порядок какой-то, нужно его просить. Разобрались с этим? Я так не понял. Если у нас... Вот, у нас тут группа ID 2 и 2. Если, допустим... Группа ID 2 и 2. Групп будет все-таки второй. То как вот так. Произойдет, да? Отличный вопрос. Арлан? Арман. Ну ничего, я могу ошибаться. Но я запомню тебя, Арман. Какие у нас будут результаты с функцией, допустим, max? Как ты думаешь? Сколько групп будет? Ну, тут, короче, тут как бы, знаете, что тяжело все написано, да? Смотрите, у нас, во-первых, 4 строчки здесь. 4 строчки. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Сколько групп будет? Мы группируем по двум полям. По вот этим вот. Это назовем факультет ID. А здесь группа ID. Мне кажется, типа будет два поля, типа 1 и 2. Не поле, а сколько групп будет? Неправильно. У нас в прошлый раз, когда мы группировали по одному полю, было 3 группы. Сейчас мы, короче, группируем по двум полям. У нас уже не может получиться меньше, чем 3 вот эти группы, которые раньше были. Да, получается раз. 1, 1, 1. 1 точно будет. 1, 1 группа. 1, 2 следующая группа. 2, 2 и 2, 3, да, потому что они все... Конечно. Группа — это то, что обладает одинаковым значением. Если это одна колонка, значит по одной колонке. Если две колонки — две колонки. И вот и... То есть, получается, будет... Четыре группы. Да, 4 группы. Столько же, сколько строк. Такой у нас пример здесь. Да? Если у нас есть еще одна строка, которая там будет 1-2, значит, будет тоже 4 группы. То есть уникальные пары здесь на самом деле. То есть группа будет создана для каждой уникальной пары столбцов. То есть это типа пересечение? Это не пересечение, это ничего. Это просто ты как бы группируешь их по уникальным, по вот этим уникальным совпадениям колонок. И для всех них что-то считаешь. Считайте, говорю, что вы так ключ делаете в хэш-табличке своей. Вот вы сделали ключ 1-1, 1-2, 2-2, 3 и применяете каждому из ключей. Сначала, допустим, вы сделали ключ, сохранили все значения в этот ключ, а потом ко всему этому листу, который сохранили, применяете какую-то функцию и отдаете ее. Вот. То есть порядок указания вот в group by не имеет значения? Не имеет значения. Есть вопросы? Меня интересует третий ряд. Ребята, вы ничего не спрашивайте. Я волнуюсь. Спросите меня что-нибудь. Допустим, мой любимый цвет. Какая завтра погода будет, там, не знаю. Вы с нами вообще? Нормально? Окей. И мы прямо семимильными шагами двигаемся куда? Правильно. И к перерыву. И к хэвингу. Смотрите, про хэвинг. Леха. Нет, подожди, я не это что, ты уйдешь? А ты уйдешь, и потом будешь всем рассказывать. Он даже про хэвинг не рассказал мне. Я столько ждал, смотрите. Хэвинг. Как я уже говорил, хэвинг люди пишут в карьере пару раз. Но я как бы вам рассказываю, поэтому я чаще его пишу. Ну, третий уже, да.
Вот что такое хэвинг. Понял, Лёх? Вот именно. Смотрите, хэвинг — это фильтр, который может быть наложен на агрегационную функцию какую-то и отфильтровать группы, которые у нас получились после groupby. То есть вот смотрите, у нас там, давайте еще разочек, нашу табличку 1, допустим, даже у нас одно поле group ID, да, я сейчас это все исправлю, чтобы нам здесь не слишком мучиться. Лех, давай, я хочу, чтобы ты напрягся сейчас, это важно. Спрошу тебя потом на, сам знаешь, на экзамене, что такое хэвинг. Ну, конечно, ты че, ребята, вот он будет... То есть, получается, он должен... Я еще даже ничего не... Подожди, я еще не успел ничего спросить даже. Смотрите, группа ID у нас 1, здесь, допустим, 3, здесь 2, как тебя убрать? Здесь 4, здесь 2, здесь 5, здесь 3, здесь, допустим, 4. Да, это оценки. Это группа ID. Сколько у нас групп? Три. Три изначально, да? И мы для них получили строчки. Допустим, мы считаем... Ну, вот, допустим, как бы мы к хэвингу стремимся, мы считаем среднее. Мы посчитали 3, 4, 1, 3 и что? 2, 4,5. Да не, он поймет, что AVG это там какой-нибудь дабл, не принципиально. И теперь мы делаем хэвинг. Хэвинг говорит, пожалуйста, верни мне только те группы, у которых средняя оценка больше 3. Это значит, мы вернем группы 3, 4, 2, 4,5, больше 3. Да, то есть 1-3 вернем. И после этого, на самом деле, мы хотим посчитать максимум из этих групп. И на самом деле мы вернем, ну, практически то же самое. 3, 4, 2, 5. Поняли, что такое хэвинг? Да. Теперь почему никто не пишет хэвинг? Слишком много работы. Нет. Давай, Игорь, что ты задумался? Потому что нам почему не 2, 4,5? Потому что выбираешь максимум, а фильтруешь по AVG. А-а-а. Видишь? Хэвинг AVG, а выбираешь ты максимум. Вот такой хитрый запрос ты придумал. Да, ну так и бывает как бы. Теперь, почему никто не пишет хэвинг? Понятно это было, нарисовало, да? Потому что любой запрос с хэвингом может быть переписан через VR. То есть я беру вот этот запрос, пишу вот так вот его сюда, бум. Открываю строчки, закрываю, называю это D и пишу V. AVG я тоже здесь, конечно же, считаю. AVG mark. Называю это, допустим, AM. И пишу V AM. Да, больше 3. И в селекте возвращаю только вот, ну, этот максимум, да. Понятно, что это не настолько компактно, да, нам пришлось этот вот подзапрос сюда завернуть и заменить хэвинг на VR, да? Понятно, что произошло? А вот куда вы написали вот строчку AVG max is n? Вот сюда, считай, написал. А, ну, да, вот сюда, как бы я хочу, как бы, типа, я еще прошу его что-нибудь посчитать. Я, как бы, попросил его посчитать 3 агрегационных функции, по одной отфильтровал через V, а и 2 вернул. Да ни в чем не лучше, просто хэвинг можно не знать, знать только V, и все. Какой-то... Вот и все. А так? Ну да, хэвинг просто, как бы ты имеешь возможность написать запрос просто вот, вот так вот, не вложенным, с одним уровнем вложенности, да, вот так вот, и написать как бы его, да. А вот здесь получается у тебя под запрос какой-то вложенный, но потенциально выполняет то же самое. Ничего не считается плохим, да, просто люди... Нет никакой традиции его не писать, просто ты его пишешь раз в год, потому что всегда ты думаешь в рамках фильтра, да, а так, мне нужно посчитать, потом нужно отфильтровать. То, что можно отфильтровать по агрегационным только функциям,
в хейвинге, как бы, ну, боже мой, ну, как бы это все как бы на самом деле помнят, но практически никто никогда не пишет. Пишут там в подзапрос, в этом, и понеслась. А вот написано select max, и скобочка открывается, это имеется в виду... Не-не-не, ну смотри, короче, вот здесь я назвал, вот я потом эти колоночки как-то назвал. Здесь я их выбрал и здесь вернул. Понял? То есть from, что ли? Да, вот это from. Select, звездочка, вот это from. Вот этот, все правильно ты подметил. Да, вот этот from, этот под select, потом where него. Потом отсюда колоночки по одной отфильтровали, а остальные вернули. Вот. То есть нет таких случаев, где без хейвинга вообще никак не быть? Я не знаю. Если кто-то найдет запрос, который нельзя переписать без хейвинга, ну, не знаю. С меня автомат там, давайте. Вот. Давай. Захотел автомат? Есть вопрос, Макар. Давай. Про ВГ. Вот он типа возвращает 4,5. 4,5. Полный тип будет. Все да. Колонки прямо. Да. Всегда, даже если там, в принципе, допустим, у нас вернулись только там целые числа получились, все равно ВГ возвращает. Ну, скорее всего, да. Это зависит, наверное, от имплементации, но да. А, вот еще был вопрос. Давно до этого. Есть... Ты вообще не жди. Зачем ты терпел, как бы? Вот, первый вопрос, зачем ты терпел? Короче, есть несколько записей. Мы возвращаем максимум. Есть несколько записей, где группа ID одинаковые. Да. И значение оценки у обоих null. Да. Вообще не можем определить, какая вернется. Ну, null вернем. Нет, вернем. А, мы же возвращаем число. Все хорошо. Так, что здесь важно из этой всей логики? Null не равен null. Да. То есть, что я не рассказал вам. Да, то есть, как бы, если вы хотите профильтровать и вернуть только null. Бум-б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 ум. Макс из двух значений. Null и пятерки. Что вернуть? 5. Всегда больше, чем null. Да. То есть, грубо говоря, если вам нужно оставить только значение... Бррр. А если мы впихиваем в макс два совершенно разных типа? Типа варчары и... Ну, то есть в одной колонке всякая фигня написана, да? Ну, нападет там где-нибудь тебе. Если ты будешь макс считать, допустим, по строчкам, ну, скажешь, чувак, я не могу там это считать. А защита дураков есть? Ты полно. Вот она тебе и упадет, как бы, да? А все остальное зависит от редактора, в котором ты будешь писать. Он, если там по типу, допустим, в табличке сообразит, что ты там, не знаю, максимум считает, то может тебе подсветить, а может сказать, чаще всего нет. Смотрите, что важно и что я не рассказал, что если вы хотите отфильтровать, допустим, оставить в табличке только значение, допустим, null, то нужно написать, допустим, id и is null, либо is not null. То есть на проверку на null есть специальные операторы, потому что если две колоночки равны null, то это вернет, допустим, id 2 false. То есть null не равен null. Вот так. Понятненько это. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И остался у нас только order by. Потом перерывчик. Потом еще что-нибудь расскажу. И еще что-нибудь спрошу вас. Окей. Сколько у нас там времени? Подождите, мы сколько начали? В 6:30. Это у нас... Окей. Сколько у нас еще времени осталось? Класс. Я еще вас много чего спрошу. Так. Смотрите, order by работает самым последним. Понятно, что он делает. Да? Пишите order by name, получаете все строчки, отсортированные по имени. Пишите name правильно, по возрастанию изначально. Ask по дефолту. Есть. Нет ничего. Ну, просто не существует, как бы, да? По возрастанию ask, ascending,
и по убыванию descending. То есть у этой штуки внутри есть... Сравниватель. Ну, типа компаратор. Типа компаратор, правильно. Да, типа варчар, кандат и всякие. Да, это все работает. И это все там все слишком глубоко на самом деле уходит в то, какие это строки... Инварчар, нерварчар, как они хранятся. Допустим, он может сравнивать регистрозависимо, может регистронезависимо и так далее и тому подобное. То есть это все на самом деле потом глубоко уходит уже в реализацию. И допустим, не знаю, если у вас имя у одного А, а у второго А, то они там могут в одном случае быть вообще равны. Да, если у вас там, не знаю, collation, грубо говоря, или что-то еще... большие и маленькие буквы считают одинаковыми, то есть case insensitive, то есть не чувствительны к регистру, а иногда могут быть и неравны, если вы чувствительны к регистру. Также есть всякие ударенницы над буквами, да? Есть там вот такие вот буковки какие-то. Ну, короче, вот это все издевательство, да, над русскими людьми, я считаю. Да. Соответственно, в order by можно писать name desk, запятая, допустим, sir name ask. А можно, допустим, у нас там хранятся данные, я не знаю, там оценка, да, и какое-нибудь количество, в общем, использовать их, допустим, произведение. Да. Полей, да. Да. По произведению, да. 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 Смотрите, что важно. Вы можете в order by написать даже кейс. Да, то есть вы можете написать там вот все это полностью кейс выражения и сортировать по нему. Можете пример. Хорошо. Блин. Это вниз можно писать. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Там еще растянуть можно. Нет. Так, подождите. Так, смотрите, пример. Да, кейс, when, name, равно, s, буду сокращать, then, один, else, 2, пум. Ну все, я сортирую сначала по имени, потом по фамилии, а потом по 1, 2. И один только для имен, которые равны S. То есть чем больше мы возвращаемся, тем больше как бы вот этих вложенностей групп сортировки. Значит, 1-2. По порядку 1-2 это... 1-2N, кстати. Что? 1-2 сортировки, что это значит? Один больше двух? Ну да. То есть если игра S, то вообще... Прям завалил тебя только что, да? Сортируем просто по этому, это значит, что мы сортируем по этим колонкам, да, то есть, ну, давайте я даже вот это удалю, чтобы это вас не смущало. Вот это я сейчас удалю, чтобы вот просто, смотрите, мы, значит, сначала... Сначала Сереги будут? Нет, не Сереги. Не Сереги. Сначала это будут те, которые начинают с нами. Так, смотрите, здесь мы сортируем по ask. Да, это типа ascending, это вообще все время тяжело. Сначала самые маленькие, да, идут? Сначала будут все Сереги, ну, то есть все S, а потом все остальные. Да, ты правильно молодец, я еще сказал, что не прав, что ли? Я просто думаю медленнее, чем ты, и все. Это нормально. А вот если напишу здесь desk, да, то, короче, все будет наоборот. И, соответственно... Сложность выражения тут может быть, ну, в общем, какая вам угодно. Под запросы в order by написать нельзя. А, еще, знаете, короче, самая прикольная фишка в селектах. Давай. Тихо, парни. Чих. Женя и Елена. Подождите. Как тебя зовут? Слава. Слава? Класс. Все, что будет не S, оно будет отсортировано или не отсортировано? Просто будет после S. Нет, это не. Да. Да. Ну смотрите, если я напишу вот так вот, типа. Name. Вот если я вот так напишу. Слав, то есть если я вот так напишу name, то потом все двойки будут по имени сортированы. А если ничего не напишу,
Значит, мне не важен порядок после для всех НИЭСов. Если так написать, то то, что вы даете, написали, смысла не имеет, да? Конечно, имеет. Сначала будут все, которые S, а потом по имени. А почему? Ну, смотри, ну, конечно, смотри. Ну, просто ты... если это прям в лоб выполнять, то он сначала... Ну, в лоб. Все остальное ниже. Да. Если потом отсортировать по имени, оно опять перемешается. Да. Да, но только то, что останется. Только то, что останется. А что здесь остается? Ну, подождите, тихо, смотрите. Вот у нас тихо. Давайте... Давайте прям вот прям такой сложный вопрос оказался. Давайте. Вот смотрите, у нас есть name. В нем есть А, есть Слава, есть S, есть Алекс. А вот сразу вопрос, а вот S. Почему здесь А, S, Слава и Алекс, да? Так он же смотрит, типа S. То есть везде, да? То есть он и Славу, и S? Нет, только S. Я даже не понял твой вопрос. Подождите, смотри, давайте как это будет отсортировать. Как он будет? Нет, мы здесь сказали, что не просто первая буква, мы сказали, что когда имя равно S. А, только S. Да, конечно. Мы не написали здесь, там, не знаю, лайк, что-нибудь еще такое. А, кстати, про лайк нужно рассказать. Он точняк. Нет, просто я помню, что в SQL была как раз таки штука, которая проверяла тебя. Да, да, сейчас про нее, молодец, вспомнил. Напомнил мне, сейчас про нее тоже немножко расскажу. А, значит, сначала идет S. Бум, да? Desk или desk. Нет. Деск. Деск, значит, S в конце, значит. Боже мой, мы все... Сейчас я все исправлю. Ну, вот, S. А потом по имени. Потом, значит, вот это сложно началось. Кто сначала, А или Алекс? Ну, я думаю, А. Потом Алекс. Слав, прости, пожалуйста. Или это так нельзя говорить? Надо говорить Слава, прости, пожалуйста. Слава, прости, пожалуйста, потом ты. Я не специально. Точняк, сейчас, короче, мы напишем здесь деск, да? Подождите, деск, да, значит, по... Да, то, короче, все понятно, да? Вот это все вот эти ушли, короче. Слава теперь самая первая. Давай. Все будет наоборот тогда. Вопрос, если здесь написать 3, а здесь написать 2, ну, в общем, понятно, что ничего хорошего из такого запроса не получится. Ну, в смысле, перевернется, значит, все. Там любые числа. Ну, конечно, ты можешь написать здесь Дэн, там, не знаю, да, можно написать минус 1, можешь написать здесь Слава или там Алекс, все что угодно. Я просто для примера написал. Про регулярки чуть сейчас поговорим. И нас спрашивают с третьего ряда. Order by вообще, ну типа сортировка несет в себе смысл только если мы куда-то во внешнюю среду будем данные выдавать. Типа если у нас по умолчанию в табличках строчки хранятся в хаотичном порядке, ну как, по индексам, да, то и дергать данные мы все равно можем, ну типа командами, то нам порядок нужен в таблицах только если мы будем куда-то их... Ну, когда тебе важен порядок, тогда тебе и важен порядок, да, грубо говоря, когда ты там товары в магазине нажимаешь, хочу смотреть самые большие цены и потом первые 10 экранов просто пролистываешь, то как бы, ну, смотря кто как, ну, типа, начинаешь, ты я крутой, давай к самые дорогие, нет, давай на второй лист, нет, давай третий, может быть, вот тут я могу себе позволить, но там на последнем листе покупаешь как бы вторую снизу, да. Да, конечно, 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 это из... Да, конечно. Нет. В лучшем случае он его пропустит. То есть если у него данные будут отсортированы в том порядке, в нормальном, он просто пропустит эту операцию, если поймет, что он и так возвращает в этом порядке. Иначе ты его напряжешь какой-то сортировкой всегда. Поэтому если тебе сортировка не нужна, не надо ее писать. Если ты там, не знаю, получаешь эти данные и потом грузишь, не знаю, просто в, там, не знаю, в хэш-таблице, не знаю, для чего-то там, или просто тебе не важно, в каком порядке их обрабатывать, не надо заставлять его тебе их сортировать. Но если ты, допустим, там твой алгоритм тоже зависит от порядка, не знаю, ты бежишь там по всем там похожим группам, что там складываешь или что-то еще, то напряги его, порядок зафорсить себе.
Как тебя зовут? Если я, например, Николай. А если класс. Я, например, шутеру, не знаю, по алфавиту и скажу, достань мне все имена, начинающиеся с буквы S, например. Да. Оптимизатор поймет, что у меня список отсортированный, и он может взять только индекс с такого вот такого. Да, конечно. Конечно. Да, смотрите, вопрос был такой, он как раз сочетается с некоторыми другими вопросами. Как написать, что мне нужны не просто... Класс. Сейчас. Не, я... Нет. Давайте так. Смотрите, как вернуть... Вот так можно писать. Where name like, это ключевое слово, бум-бум-бум, чик, процентик, s, процентик, чик. То есть он будет искать вхождение s, да? Да, мы вернем все строки, у которых есть s. В нашем случае это слава и s. Мы можем... написать вот так. Да, да, в любом месте. Мы можем начинать написать вот так, и это будет значить все, что начинается с S. Мы можем написать вот так. И это на самом деле будет по факту эквивалентно равно. В общем, это зависит от оптимизатора, как он это сделает. Да. И мы можем написать, конечно же, вот так. И мы можем написать там вообще там процент, S, A, B, C, D, процент. На самом деле процент — это то, что практически во всех базах есть. В стандарте есть еще, мне кажется, подчеркивание. Это один любой символ. Есть там еще какие-то типа скобочки, там типа A, B, C, это любой из A, B, C. Есть скобочки с отрицанием, это типа любой, не A, B, C, как-то так. Но это не регэксп. Да, это не... Ну, то есть, как бы, смотрите. Похоже, да? Это простейший регэксп. И, на самом деле, регэксп тоже существует, но в разных СУБД он по-разному вообще юзается. Это не стандарт, но, в принципе, есть варианты даже его заюзать. Но вы должны понимать, что, смотрите, что здесь важно понимать. Ну... Пока это рано говорить, но смотрите, вот чтобы вот такой вот фильтр выполнить, ну, скорее всего, нужно просмотреть всю табличку, как бы мы ни старались, да, вот, особенно если вот такой, да. Вот такой вот фильтр, про который нам Николай говорил, в принципе, оптимизатор должен понимать, что если у него есть индекс по S, то есть у него значение имени, он хранит отсортированный в порядке изначально, да, то он может сразу же найти буковку S, потом, боже мой, не то нажал, найти, бежать по S, пока он там, ОПРС, пока он не дойдет там до T, да, и потом выйти, потому что, типа, дальше уже точно ничего нет, начинающийся с S. Это специальный оператор like. Вот. Простейшие регэкспы. Так. Осталось последнее. Можно еще? Давай. Вот вы говорили про то, что кейс сортирует, и потом, если мы пишем еще там, допустим, desk name, ну, name desk, да. Писали, да? Он сортирует все оставшееся. Да. Вот оставшееся откуда он берется? Если у нас там кейс огромной вложенности, допустим. Не-не, ну ты представь как будто бы ты писал бы компаратор. У тебя есть два объектика, да, там, ты вот их сравниваешь, и просто этот, все объектики получаются меньше других. Ну, это понятно, да. Да, в чем вопрос? Все объектики, то есть, блин, допустим, у нас большой вложенный там кейс. Вы говорите, да. Все оставшиеся, которые не на S. То есть, и у нас там много else, else, else. Да. То есть, все оставшиеся будут там, где самый большой else или что? Смотрите, как работает сортировка. Мы там куча разных алгоритмов, но в любом из них есть операция сравнения. Одного элемента с другим элементом. Правильно? И вот как бы, когда он будет вызывать операцию сортировки для вашего множества, которое он получит,
он возьмет ваш order by по факту и начнет сравнивать. И там экзекьютить ваш весь этот для каждого, грубо говоря, там, ну вот для каждых элементов, которые он там будет перебрасывать или там что-то с ними делать, он будет вызывать этот кейс, сравнивать, получать, какой из них больше и сортировать их. Либо влево, либо вправо там. Понятно объяснил? Да. То есть все упирается в операцию сортировки. То есть нет здесь никакой науки, да. Чтобы знать базы данных, нужно знать... сложность поиска в хэше, в хэш-таблице. Какая сложность поиска? Окей. Сложность сортировки? Просто n логарифм n. Все. Практически все, да? Но есть еще просто сложность линейного какого-то прохода, да, по обычному, ну, в общем, все там. Есть две базовые операции: положить в хэш, либо отсортировать, да, и вот вы там как-то между ними живете чаще всего, и все. Соответственно, вам нужно сложность достать из хэша, сложность построить хэш, сложность отсортировать, как бы сложность найти, что в сортированном списке, как бы. Все, ребят. Нет. Но базовые алгоритмы простые, не всегда на хэшах. Это мы поговорим в оптимизации. Так. И что у нас осталось еще? Осталась самая последняя и самая прям мозгораздирающая штука. Вы устали? Да. Класс. Сильно устали? Да. Класс. Сейчас я еще вас устану сильнее. И потом мы сделаем перерыв. Так. Смотрите, есть последнее про то, что я вам не рассказывал. Но, по крайней мере, вы должны про это слышать. Называется эта штука оконные функции. Воу-воу-воу, да? Не смог? Но читал, да? Ну, тут ничего себе ты. В школе, что ли, читал? Ты уже большой. Я даже не знаю, как начать, но ладно, смотрите, давайте так. Так, давайте начнем с примера, с наших групп ID. Вот у нас есть групп ID, есть наши оценки. Бум. Бум. Один, два, два. Допустим, три, два, четыре, два, шесть. Почему нет? Почему оценка не может быть шесть? И теперь мы хотим... Блин, нет, это, наверное... Так, сейчас попробую придумать что-нибудь поинтереснее. Давайте у нас еще будет дата. То есть, допустим, эту получили там 01.01. Эту там 02.02.02, это 03.03, а это тоже 01.01. Ну, бог, не принципиально. Вот. И мы теперь хотим вывести оценки в порядке их получения. Допустим. Так, это будет довольно просто через order by сделать, да? Но мы еще хотим знать, допустим, кто, там, не знаю, первым получил оценку. Допустим, ну, допустим, какая группа первым сдала зачет там по матану? Выдохнул, да, Игорь? Не-не-не, смотри, нам нужно получить, что первым... Так, нет, какая группа получила первыми? Ладно, давайте просто порядок. Смотрите, короче, я сейчас напишу запрос. Слушай, так, сейчас придумаем что-нибудь по ходу. Select. Теперь вот так пишу. Row number over.
Partition. Это вообще сложные слова, я понимаю. Я давлю сейчас на психику, чтобы вам вообще было тяжело, чтобы вы поняли, что это прям тяжело. На самом деле SQL это очень просто. Partition by, допустим, group ID. Order by DT. Трун-тун-тун. From Mark. Смотрите, теперь, короче, вспоминаем понятие групп, которые мы проходили в group by. Помните? Partition by делает то же самое. Но его разница в том, что он не сворачивает эти группы. Он как бы делает... Этим отличается группа от окна. Он делает окно. И в нашем случае окно — это вот эта строчка. И окно — это вот эта строчка. Да, с одинаковым group ID. А потом мы в рамках группы начинаем сортировать по дате. И в рамках этой сортировки применять функцию rowNumber, которая должна быть с двумя скобочками. И возвращаем его. И на самом деле мы возвращаем, вот, грубо говоря, мы проставляем здесь 1, здесь 1, 2 и 3. Но мы в этом случае строчки как групп, с group by не свернули. И мы на самом деле можем все эти поля вернуть. Group ID отсюда, mark отсюда и DT. Бум-бум-бум. И тогда вернем вот все эти 4 строчки. А порядок тоже вот 1, 2, 3? Нет, порядок не мы порядок. Когда мы порядок не запрашиваем, порядок мы не получаем. Мы просто вот здесь вот назовем эту колоночку as S, и вот тут она будет S. Over — это ключевое слово или название? Over, да, это ключевое слово. Over, partition by, order by — это все ключевые слова. Partition, вот over partition by можно использовать только вот здесь, или его можно заменить, если там, где group by мы используем? Нет. Смотрите, partition by, считайте, это эквивалент group by, который мы могли написать вот здесь, да? Но здесь нельзя написать partition by, а там нельзя написать group by. Вот так они придумали. Order, да, а order by они сказали, что можно так же называть. Ну, непоследовательные ребята, а нам теперь с этим жить как-то. Вот. Соответственно, таким образом вводится понятие окна. Окно отличается от группы тем, что окно не сворачивает всю группу. Она просто... Мы в рамках этого окна сортируем и что-то делаем. Да, на самом деле мы можем здесь... Ну, тут могут быть разные функции. RowNumber самая простая. Есть там, не знаю, расчеты и персентили, там, посмотреть на следующую строчку в окне, там, и какие-то вообще сложные штуки, на самом деле. Можете почитать про оконные функции, если интересно. Но что здесь важно, смотрите, важно, что вот в этом over cloud, в этом over выражении, которое вот здесь после этой функции идет, обязательное выражение — это order by. Partition by не обязательно. Вот если я partition by здесь пропущу, то будет считаться, что у меня все это одно окно, да, и я начинаю сортировать по дате и проставлять им S в порядках дате. То есть вот это здесь будет 1, это будет 2, это будет 3, это будет 4. Грубо говоря, если вы хотите отсортировать студентов по их средней оценке, то есть на самом деле не просто отсортировать, а просто даже вернуть... Там, вот с какое он место занял, не знаю, там, по среднему баллу какой-нибудь четверти, там, не знаю, или какой-то сессии, то вот rowNumber как раз то, что вам нужно. Ты не получишь циферку. Ну, ты не получишь, какая строчка у тебя, это вторая или третья, или там пятая. Вот. Ну, ты просто получишь список отсортированный. А вот здесь... Да, а вот здесь ты можешь написать, где моя резинка. Ну,
И в этом тоже, это заливка. Смотри, вот тут бум-бум-бум-бум-бум. Я вот тут могу написать раз. И смотри, вот тут могу написать... Нет, отличие в том, что он не сворачивает строчки с грубаем. Единственное, могу написать var s равно 2. Ну, с грубами имею в виду. Разница с грубаем. Так, скорее всего, не будет работать, но пример похож. Да. Я его придумал, его такого не существует. Это просто месяц и день. Месяц и день, да. Понятно, например, что такое оконные функции? Да. Вот. Хороший вопрос. В этом случае, допустим, row number будет действовать, ну, допустим, у нас здесь написан, не знаю, вот здесь 0202. Да, и мы просто... Он в row number будет действовать, как бы... Он как бы сделает 1, 2, 3, 4 там, да? То есть он нарастит. Не одинаковый. Не одинаковый. Но есть другая оконная функция, которая будет считать их одинаковыми. То есть, грубо говоря, это как считать? Вот у тебя в спорте, если два человека, не знаю, получили один и тот же результат, то в каких-то спортах они занимают одно и то же место, делят первое, допустим. Не знаю, в плавании, возможно, там, если они не могут определить где-то. А в каких-то они все равно там, по каким-то дополнительным показателям один из них становится первым, но второй вторым, даже если они поделили это место. И там дальше есть сложности после этого, да? Вот если у тебя два человека заняли первое место, то есть серебряная медаль или нет ее? Не всегда. Иногда она есть, и получается у тебя 4 призера. А иногда у тебя может быть, что типа эти два человека поделили первое место, серебряное пропадает, и есть только бронза. Ну, то есть в разных видах спорта это по-разному решается. Где-то они пропускают это место, где-то как бы не жадничают, раздают. И в оконных функциях есть все имплементации таких функций, когда тебе нужно так или иначе себя вести. Хороший вопрос. Есть еще вопрос? Over — это ключевое слово, что дальше будет окно у нас? Over, да. Указывает, что у нас дальше окно. Так. И это не все. Еще. Да, я вспомнил еще классные фичи. Но SQL очень простой. То есть вот вы, как бы я вам сейчас все расскажу, и вы прям все будете знать. Больше ничего знать не надо. Ну, может, там что-нибудь проверить там. Есть еще один тип операций, про которые мы не поговорили. Это операции над множествами. Но вы все знаете, они самые простые. Какие они? Точняк. Класс. Да. Да. Но повторение мать учения. Поэтому мы повторяем. Значит, union. Так, да. Есть еще except. Иногда он называется минус. Есть еще самое сложное слово для написания. Intersect. Что здесь интересно? Но это мы в следующий раз рассмотрим. Так, ну ладно. Или сейчас. Давайте сейчас. У нас есть два множества. Один, один. И два, один. Мы делаем из них union. Что вернется? Ни хрен, нет. Ну, такое множество. Ну, в смысле, табличка у нас есть. Это не множество, правильно. Это нельзя называть множеством. Это как бы там, как бы кортеж. Но на самом деле табличка, да? Поэтому таблица — это не множество. Да. Но результатом операции union является множество. Поэтому там не будет пересекающихся элементов. Один, два. Правильно. Точно так же и в except. Да? То есть except или минус, если вы одну из второго вычитаете, то когда вы вычитаете 2, 1 из 1, 1, вы получите что?
Ну вот, допустим, если мы вот здесь к этим двум множествам, ничего не получим. Да, мы получим как бы пусто. Все, ну интерсект вернет нам... Да, вернет нам один. Все. И есть еще... Не уверен, что во всех имплементациях, но есть еще операция union all. Union all. Она как бы говорит, просто сложи два множества. То есть, грубо говоря, верни 1-1, 2-1. Ну, то есть просто сделай конкатенацию без вот этого вот, без этой мутатени с множествами. Да, конечно, да. Смотрите, это важно. Это хороший вопрос. Смотрите, операция со множеством действует... Ого! Фу. Видели, да? Я тоже кайфанул. Тут А, Б, С и Д. То есть, если мы делаем union, получаем... Нет, мы делаем... Union всегда делается на две... Да, мы получаем над всем селектом. То есть, грубо говоря, допустим, это возвращает нам селект 1, а это селект 2. Понятно это, да? Да. А почему после считания ничего не делал? Там же они разные. Не, ну подожди, ты такой хитрый, я дорисовал поля, ты мне теперь спрашиваешь про старый ответ. В этом случае, вот сейчас, у нас что бы останется после вычитания? А1b1, да. А чем? Ты молодец, но мы это проходили, и я тебе помогу еще раз, смотри. Игорь, помоги соседу. Хорошо. Слава, поможешь этим пацанам? Чем union от union all отличается? Что вернет union для этих двух таблиц? 1, 2, а union all? Игорь? Что, ребят? Не, ты понял? Все, типа, все они останутся. Повторение не удаляется, правильно, да? Да, да, повторение не удаляется. Просто конкатенация, просто плюсик здесь. Бэм-бэм. Все. Тик. Это доски была сейчас? Нет, это родная. Родная, я так не умею. Все? Да? Да? Давайте перерывчик. Бахни. Так, давайте будем делать так. Я буду придумывать запросы, а вы будете писать их на этой супердоске. А потом другие люди будут придумывать запросы, и мы будем писать их на этой супердоске. Кто хочет быть первым? Боже мой, сколько рук, как бы. Ну, ты был третьим, наверное. Ты был первым. Давайте, выходи. Придумывай Леха ему. Нет, давай я сначала придумаю, а то вы сейчас начнете там... Как тебя зовут? Аркадий, у нас есть табличка студентов, мы хотим узнать, сколько в ней записей. Ну давай, будешь стучать теперь. Ну нет. Вот началось, видишь. Нет, да. Заодно все научимся писать на этой супердоске. Потом будете в резюме писать, кто-то недавно писал CV. Ну, select from students. Так, смотрите, первое правило. Пишем, стараемся писать запросы не в строчку. Да, не как эссе, вот это в одну строчку. Select, и пошло там. Select from v, group by, order by. То есть вот так. И сюда писать from. Да, под селектом. Это не под. Это под и справа. Да. Ага. Ага. Хочу, значит, узнать количество записей в табличке студенты. Ну, то есть просто хочу узнать количество студентов. То есть нам надо count? Ага. Функцию count. Ага. То есть, я не знаю, почему по айдишникам можно. Ну, можно по айдишникам. То давай есть, пишем. Угодно, по-любому. Да. 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 Смотрите, про каунт говорит, пиши какой-нибудь вариант. Пиши каунт. То есть вот здесь вот каунт. Да, открываю звездочку. Да. И можешь написать здесь, допустим, ID. Да.
То же самое было бы, если бы написал просто открывающая скобка звездочка. Либо то же самое можно было написать count, открывающая скобка 1. Да? Просто 1. Смотрите, есть функция count. В чем разница, если я напишу... Просто забрал у тебя этот фломастер. Допустим, count name. Versus count, допустим, 1. В чем разница таких двух подсчетов? Если name равен null, то он будет не будет вообще. Да ты знал это? Нет. Блин, молодец. Значит, ты просто умный. Да. Да, все правильно. Смотрите, count 1, как бы 1 всегда не null. То есть count считает количество не null строк. А если unify, он же не может быть null, наверное. Кто? Ну, в смысле, айдишник. Правильно. Айдишник, скорее всего, не может быть null тоже, поэтому это равносильные записи. Но если вы пишете count и name, то это будет количество, на самом деле, это будет значить количество не нулловых имен в табличке students. Конечно, скорее всего, они все там не null, это будет одинаково, но разница есть и может быть. Так. Выходи там кто, Леха, следующий. Давай, продолжим с каунтом упражняться. Да, конечно, бойся. Это хорошо, нельзя бояться. Так, Леш, я хочу узнать количество студентов с разными именами. Количество студентов с разными именами. Правильно. Если не знаешь, пиши select, под ним пиши from. Возможно, мысль придет. Count 100% количество тоже будет там, да. Точняк. Да. Тип вот. С разными именами. Допустим. Угу. Нет. И это тоже. Ну давай, напиши там звездочку. Ну давай. Ну хоть единицу напиши. Что это будет значить, если он, допустим, напишет там сейчас либо единичку, либо звездочку? Сколько будет групп? Сколько разных имен? Аккаунт вернет нам просто количество этих разных имен. А я попросил количество разных имен. Не просто, что Сергеев 5, Алексеев 5, не знаю, там Слав 2, да? А хочу узнать, сколько разных имен. Можно назвать, как вот эти группы или... Смотри, здесь есть два варианта. Нужно либо, Леша, обернуть это в подзапрос. Либо я потом покажу еще один более короткий вариант. Не, давай длинный сначала. У нас же задача научить всех. А может быть, каунт сделать уже по ID-шникам? Ну, по оставшемуся поле. Нет, подожди. Тебе смотри, вот ты... Где? Что здесь? Что можно? Смотри, мы сейчас... Вот смотри, вот если ты сейчас просто вернешь name, вот из этого селекта. Ты получишь только уникальные имена. Тебе после этого нужно их посчитать. Как это сделать? Обернуть еще один селект. Только так. В сиквеле только так. Ну, смотри, то, что написал там. Как тебя зовут? Аркадий. Да, молодец. Правильно. Да.
Да хоть что. Хоть один, хоть звездочку, хоть name напиши. From нужно писать обязательно. Да, и раздать это имя. Все, Дэн, напиши там что-нибудь. Да, вот так. S там, не знаю. S там. Не принципиально что. Ну, ладно там. Вот и все. Так будет работать. Понятно, как это работает? Есть простой способ. Да, написать вот так. Нет, так не говорил тебе. Говорили. Нет, так не говорил. Что count distinct писать тебе такого не говорил. Специально не сказал, чтобы вызвать потом тебе и спросить то, что не говорил. Да. Понятно? Нет. То есть в count есть вот такая фича, можно писать distinct name. Да, count distinct. Это уникальное типа количество разных имен. Вот, а я тебе говорил про другое. Я тебе говорил, что вообще в принципе есть слово distinct, да, и можно написать вот так: select distinct name from students. Да? Да, вот это ключевое слово distinct. На самом деле это практически то же самое, что Леша написал через groupby. То есть этот запросик вернет нам просто уникальное количество имен. Да, а этот просто сразу их посчитает. Все. Так, кто готов быть следующим? Давай сюда. Что-нибудь еще придумаем для тебя. Так, давай допустим, что у нас есть табличка студент ID, запятая Марк. Вот. Я хочу, чтобы ты посчитал средний балл каждого студента. Ты что так улыбаешься? Select, правильно, с этого все начинается. А, ну давайте назовем эту табличку Student Mark, чтобы дать Игорю еще немножко пространства для размышления. Правильно, from. Видите, select это очень просто, очень просто. Да. В конце чего? Оно так? В конце всего запросить. Ну, в смысле, не сразу from идти с первого селекта, потому что туда был from. Нет. From после селекта всегда. Всегда после селекта, да. Среднюю оценку студентов попросили его найти. Это уже, то есть, может быть, два одинаковых студента? Да. Да, да, да. То есть, это просто ведомость такая. Там, не знаю, Петров получил 2, 4, 3, там. Класс. Да, практически. Ну, тут еще можно вывести только студент ID, чтобы понять, что этот студент получил. Просто твой вариант сейчас такой будет. Твой запрос вернет мне. 1, 2, 3, 4. Короче, абсолютно какой-то непонятный этот. Да. Кто готов со следующим быть? Выходи. Хочу узнать... Не стирай это. Хочу узнать... Ну, я скоро скажу, не вообще ничего не нажимай тогда. Правее мыши.
Хочу узнать... Да, еще нажми туда. Так, давай. Во. Нормально. Хочу узнать топ... Ну, хочу узнать трех самых крутых студентов по среднему баллу. Видишь, уже селект написан, from написан, грубая написан. Что писать, да? Топ-3 написать, но... Топ-3. Смотри, да, вот либо топ, либо лимит. Но что написать, куда написать? Лимит 3 писать в order by? Нет. Можно сделать order by desk и лимит 3. Точняк, давай, что делать? Угу. Про лимит, наверное, на первый, да, было? Не, не было просто. Как и про дистинкт. Зачем им все рассказывать? Я буду спрашивать. Ну, видишь? Я удивлен. Order by. Тип того. Нет. Нет? Нет. Смотри, короче, ты сейчас... Стирай, да, стирай, стирай, стирай. Стирай, смотри, так. Что мы получили сейчас? Мы просто по убыванию чего, на самом деле? Ты не написал чего? Деск. Нет, деск нет. Сначала поле, потом что? Так, нет, не... Видите, оказывается, я не так плохо, кстати, в доске. Ни разу такого не было. Нет, первый раз. На самом деле и это не будет работать. Ну, потому что... Потому что ты никак не назвал свою колонку AVG вообще. Тебе она вообще никак не называется сейчас. Ее надо как-то назвать. Ну, да, там S. Ты можешь ее назвать S-mark, в принципе, чтобы у тебя все срослось. Ну, S-M, тогда order by M делай. Ага. Ну, да. И вот здесь, да, написать лимит, там 10, допустим, да, ну 3, допустим. Так, смотрите, есть операция лимит, либо в SQL сервере она же топ. В обычных базах она пишется самым последним, вот здесь лимит. Иногда вы можете, говорю, у Microsoft они особенные, они вот сюда пишут. Топ 3. Да, топ — это то же самое, что и лимит, просто ребята не хотят повторяться и хотят быть уникальными, поэтому перепридумывают одно и то же. И это не закреплено в стандарте, насколько я понимаю, может быть закреплено. В общем, это ограничивает количество записей, да. То есть Игорь нам посчитал средний балл оценок. А как тебя зовут? Руслан. Руслан выбрал лидеров деск. Это он начал с самых больших. Да, и оставил из них только 3. Единственное, что здесь тонкий момент, и я на самом деле не знаю, как он решается с лимитом. Допустим, у нас есть круглые отличники, у вас есть группы, люди, у которых средний балл 5.0? Нет, допустим, есть. Пусть будет, пусть будет. Вот, у меня были такие. И, допустим, таких 4 человека. Представляете, как будет... как будет обидно четвертому, как бы. Награждают трех, как бы, а он тоже красавчик, на самом деле, да? Ну или бог с ним, даже у одного из них 5.0, а у всех остальных там 4.9. И мы берем и отрубаем, в общем, низ. Такой вот кейс, да? То вот я для топа знаю, у него есть такая конструкция, называется типа with ties, называется. И он, типа, вернет не топ-3, а как бы 3 и последний хвостик как бы с ничьями, да? То есть, ну, ничьям, мне кажется. Можно сгруппировать же по оценкам. Уже... Можно по-разному это сделать. Да. Давайте, смотрите, давайте такую фишку сделаем тогда. Мы сейчас позовем другого человека. Кто сейчас у нас хочет? Еще сходить к доске. М?
Смотри, давай то же самое трех самых крутых, только через эти, через законные функции. О. Бахнешь? Так, а по open, да, была функция? Ну, тебе в любом случае нужно здесь написать select. Это стопудово. Select. Вот это у нас будет во фроме. Да? Во фром. А потом я пишу тебе where такой. Я хочу, чтобы было так. Where n меньше трех. Допустим. Ну нет, на самом деле не трех, а трех маловато. Четырех. Хочу первых трех, как бы, да? Вот. Ты знаешь такие тесты, когда там раз, как бы пропущено что-то? И ты должен как бы n сделать. Да-да-да, типа вот сюда нужно вставить. Я подсказываю Арману, что нужно ставить что-то через законные функции. Ну да, я просто синтаксис функции. Пиш, ну... Row number, да? Ну, допустим, row number, да. Ну, row number — это количество строк, допустим, да, row number. Row number. Бер, да, круглые скобочки, да, это типа функции. Да, вот это давайте-ка мы уберем все. Вот это вот все мы уберем, чтобы тебе было место. Ну, это тоже. Вот это тоже можно. Не-не-не, давай. Нет, это оставим. Я просто... Сейчас он тебе тряпку передаст. Нет, здесь же аргумент же передает, да, вот в эти... Ой, напиши уже что-нибудь, потом исправим. Да. Не, смотри, пишется так: row number, потом пишется всегда over. Точно. Потом открывается скобочка и начинается магия, в которых есть две этих вещи: partition by и order by. Нам надо отсортировать первых четырех. Нам нужно оставить трех самых студентов с самым высоким средним баллом. Да. Ну, получается order by. Ага. Ну, можно сюда перенести. Началось прям. Тебе там места не хватало для этого? Да нет. Окей. Order by. Так, давай это, самых, давай это сотрем, чтобы тебе это все не мешало тогда. Order by mark? Нет. Смотри, select, что ты на меня смотришь? Select. Как называется эта колонка? Как ее назвал Игорь для тебя? Нет? Разве не ты написал запрос? Ты? Я не называл. А, ты назвал? Order by n? Да. Или без этого? Все. Да. Скобку закрой. Поле назови. Поле назови. Как нужно поле назвать? Best. Нет. Поле нужно назвать N. У тебя же фильтр по нему написан внизу. Видишь? Vn минус 4. Все, N. Так, нет, подожди. Все, ты, короче... Да. Да, я знал экзамен, наверное. Тихо, подожди, смотри. Ну хотя... Боже мой, вот теперь... Смотрите, магия, видите, это не стирается. Давай лучше вот так сделаем. Нет. Тогда лучше пиво. Да. Оп. Оп. S, N. Все. Вот так, я тебе говорил, там хотел место. Так, поняли, ребят, что произошло? А? Сообразили? Ну, Лех, ну давай, включайся уже. Арман, спасибо тебе. Потом вырежешь этот блок из видео и, не знаю, в инстаграме. Да. А-а-а. Это договоренность какая-то была. Все, поняли? Понял, Леш? Мы запустили оконную функцию, которая умеет row number, просто умеет в рамках окна и сортировки
присваивать нам номер строки. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая строка. Строчки эти сортируются по M, которые мы получили из этого подзапроса. Вот здесь вот, да? Все, и, соответственно, мы получили этот row number. На самом деле, если быть откровенным и честным, этот запрос не будет работать. Потому что вот на этом этапе колоночки N еще не будет существовать. Да? И на самом деле нужно вот это все, ну, мы сейчас просто еще раз в один подселект оборачивать. Вот здесь написать select N, там, from вот этого штучки, и тогда можно будет фильтровать по N. Но идея понятна, да? Либо partition туда добавить. Смотри, с партишеном, допустим, выходи. Давай мы хотим... Нормально. Допустим, мы хотим... Сейчас, подожди, да, подожди тогда, не выходи. Стрелочка. Вот это? Ничего не написано... Это написано название вот этого подселекта. SD. Он называется D почему-то. Но можно назвать его data, допустим. Вот. Допустим так. Смотри, Аркадий. А верни, пожалуйста... Допустим, там у нас еще есть группа ID. Да? Да. Можешь сделать так, чтобы мы вернули трех самых крутых... парней по среднему баллу, не парней, просто людей по среднему баллу в группе. Для каждой группы. Да, для каждой группы. Ты скажешь парни, потом тебя эти всякие сексисты затыкают, да. Ну, мы это делаем через партишинг играть? Ну, как, ну да, через партишинг, и тебе нужно будет подпатчить немножечко, скорее всего, и внутренний запрос. Понятная идея? Мы хотим трех самых классных ребят в группе, чтобы раздать им повышенную стипендию. Но это три самых в каждой группе. Не просто трем вообще в университете, допустим, или во всей базе, а трех в каждой группе. А? Ну и что? Как бы сам... Ну хорошо, я принимаю твой как бы вызов. Пойдешь сейчас писать. Partition by group ID. Тебе нужно вернуть группу ID. Ты его не вернул еще. Из внутреннего селекта. Я в универе сейчас не могу говорить. Что за мой еще звонок? У тебя во внутреннем селекте не возвращается группа ID. SM у нас вот здесь вот, то есть нам надо группу ID сюда? Допустим, да. И это не будет работать. Да, потому что в group by нет group ID. И ты не можешь возвращать эту колонку. То есть мы здесь сначала по group ID будем? Студент ID более сильный. Да. Поэтому ничего не изменится, правильно. Но вот так нельзя написать. Потому что это будет средняя оценка всех учеников в группе. Да. А мы хотели вернуть трех самых лучших учеников в каждой группе. То есть мы группа ID и студент ID. Да. 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 И это будет работать. Там у нас by N. Ну, на самом деле понятно, что мы там должны еще выбрать какие-то поля, но в принципе, да, это будет работать. Ну, тут как бы нужно понимать, что вот это вот так вот нужно читать. То есть вот здесь мы завернули, вот здесь, ну да. То есть мы сделали разделение по групп ID, у нас будет теперь группы, три группы выведется. Ну, сколько... Нет, у нас... Счастье будет выводиться as n. Ну, вот то, что мы здесь написали as n. Да. В рамках каждой группы, в рамках каждой...
группы, в смысле студенческой группы, у нас будет свое N. Вот, да. У нас будет там 1, 2, 3, для сколько людей в группе. Вот. А теперь, Игорь. Вот, так мы же могли в этом внутреннем селекции VR написать, да? Конечно, да. Давай, пожалуйста, выходи и сделай так, чтобы если чувак троечник, то мы его никогда не вернули. Воу-воу-воу! Это твой первый раз. Да. Ты умеешь даже делать пальцем так, не только мелом? Хейвинг, да. Нет, это VG Mark только на самом деле сейчас нужно написать. Нельзя еще. Потому что Select отработает после хэвинга только. Красавчик. А VG Mark больше. Ну, это тоже троечники, так себе как бы. Ну, больше четырех хотя бы написал бы. Больше тройки. А, ну ладно. Ну, там есть еще AVG же, правильно? То есть это 3.1 будет, 3.2, как бы, да. Ну, короче, больше четырех это будет норм, как бы. А? Да, можно написать больше либо равно. Это норм. Тоже, допустим. Ну, просто, не принципиально. Поняли, да? Хэвинг отработал. Оказывается, это полезная штука. Вот. То есть, соответственно, здесь мы написали трех, попытались вернуть трех самых сильных студентов, но у которых балл как минимум 4. Так, давайте давайте кто-нибудь предложит какую-нибудь еще задачку. Что-нибудь придумаем. Сейчас что-нибудь придумаем, джойны какие-нибудь попишем, да, с вами. Саня? Сейчас мы кого-нибудь... Так. Кто у нас третьего ряда хочет выйти к доске? Давай ты. Ты классный. Так, давайте придумаем задачку. Как тебя зовут? Миша. Так, никто не хочет придумать задачку Миша? Мне нужно придумать, да? Ну окей. Давай вернем список всех студентов с названием группы, в которых они учатся. Всех подставляю так специально. Да, на стерку включаю. Так, селект. Ага, да-да. Вот это да, этот ластик. Да. Да. Название группы? Да. Ну, допустим, Миша придумает, как оно будет называться. То есть название группы — это просто группа, да? Или group name? Ты тоже можешь сделать это просто пальцем. Да. Отлично. Name, group name. Отлично. Стопудово должен быть from. Угу. Нужно вернуть одним списком имя студента и название группы, в которой он учится. А если он учится в нескольких группах? Не может быть. Ты учишься в нескольких группах? Такого, будем считать, не будет. А у нас пока начнем пока с того, что он... Ну, это не принципиально. Хорошо, он учится в нескольких группах. Да, студенты могут учиться в нескольких группах. Так сказал... Не принципиально, давай попробуй. Давай просто попробуй представить, что ты как бы у нас есть один, табличка студентов. Так, давайте могу. Смотри. Есть у нас табличка есть студентов. Ага. Есть табличка группы. Да, в ней есть группа ID поле. Есть табличка групп. Здесь, да, значит, здесь есть name. А здесь есть group name. Где? Что
Реально пропало. Полоса прокрутки. Да. Была. Ну, в общем, есть... Есть группные. А самом низу там было растянуть как-то так. И есть ID этой группы. Да? Соответственно, они связаны вот через это поле. Так. После фрома. Сначала пишем from, откуда берем. Ага. Да, все правильно. Нам нужно вообще всех студентов. Пока вообще всех студентов с их названиями. Получается, left. Это зависит от того, бывают ли студенты без групп. Нет. Бывают ли студенты без групп в университете? Будем считать, что не бывают. Даже если не бывает, то... Ну, началось. А зачем? Потому что потом, когда следующий человек придет и будет думать, так, значит, бывают студенты, у которых нет группы. Значит, вот в этой колоночке группные бывают налы. Хорошо. Ну, ладно, я буду предусматривать это в своем коде. А потом такой, блин, ну, Игорь, ну, я просто хотел написать, как бы, а что, нельзя, что ли, left написать? Ну, вот так это примерно и бывает, да? Но он же возвращает то же самое, да? Типа, те же данные. Что? 2n, да. 2, 2n. Так. Групп. Там у меня не четко написано, я думал, есть... Тебе нужно сейчас имя таблицы, Миш, с которой ты будешь джойниться. Ага. Правильно. Теперь как ты их будешь соединять? Это пишется... В... Да. Да. Это пишется он. Он. Ага. Ага. Отлично. А теперь мы думаем, что в табличке студентов есть поле ID. Ну, такое же группа ID. И этот запрос не будет работать. Тогда. Ну, смотрите, короче. Назвать студента. Да, смотрите, он как сделал. Он не использовал алиасы, он просто сказал группа ID равно ID. И это будет работать, если у вас все поля, ну, уникально названы, да, то есть у вас не пересекаются. У вас и группа ID только в табличке одной, и ID только в табличке одной, тогда там он разберется. А вот если группа нет... S. Да-да-да, ну давай, еще. Вот у тебя есть типа... Ну вот, ну типа, ну да, SG там, да. Трик-трик-трик. Да. Да. Ну да, можете. Окей. Все, молодцом, садись. Так, кто еще хочет? Давай свою соседку зови. Не бойся, как тебя зовут? Ира, выходи. Давай мы попытаемся оставить только тех студентов, группа которых начинается с буквы А. Группа которых начинается с А. Группа которых. Группы. Можно и по полному имени, на самом деле. Ничего страшного. Нет, не так. Просто апострофик поставь. Я тебе помогу тебе. Все. Начинается с буквы А. Да. Можно так написать.
Смотрите, она прямо в... давай. Все, молодец, спасибо тебе. Видишь, не так страшно же. Смотрите, во-первых, что сделала Ира? Она не использовала алиас, а обратилась прям сразу по имени таблички. Так тоже можно, на самом деле. А алиас-то вот. Да. Вот, так тоже можно. Во-вторых, что она сделала? Она написала в inner join через end. Можно было написать, допустим, это было бы абсолютно в этом случае одинаково, через where. Да, то есть вот если поменять эти два слова, ничего бы в этом случае не изменилось. Так, кто хочет еще? Ты был уже, давай ты. Давайте все это сотру. Смотри, я хочу вернуть... У меня есть табличка студентов. Табличка студентов и есть табличка оценок. Mark student. Ну, здесь понятно, здесь есть students ID, здесь есть mark. Я хочу вернуть всех студентов, кто еще не получил оценки. Вообще никакие. Да, я хочу вернуть всех студентов, которые не получили оценки еще. Да, хочу вернуть айдишник студентов, у которых еще нет оценок. Не знаю. По-разному можно, смотря как начнешь. Mark student. Можно же это типа where mark или where. Так не будет работать. Так, подождите, дайте Жене подумать. Какой-то join. Отлично, только не Джон. Такой-то join. Окей, с чем? Со студентами, допустим. Угу. И что? А? Нет, не будет работать. То есть можно, но все остальное нужно правильно писать. Почему джойнить будешь сначала? Давай разберемся. Правый джойн, например. Давай. Бахай. И что? Как будешь джойнить? Получится, вот здесь будет, допустим, студент ID. Ага. А вот здесь будет now оценка. Ага. И по вот этому столбику мы посмотрим из now. Давай. Только это пока еще не будет работать, потому что у тебя он нет. Огонь. И теперь выведи только еще это поле. Все сообразили? Точно все сообразили, что произошло? Можно было, да, SID. Можно напомнить, что значит right join? Join, понятно, right join. Так. Right. Смотрите, есть три outer join. Full, left и right. Right. Это когда ты говоришь, что ты оставляешь правую табличку в неприкосновенность. То есть ты берешь все строчки с правой таблички и стараешься к ней
присобачить левую табличку. Если ты левую табличку не находишь, ты пишешь null. Вот если бы он вот здесь написал студенты, потому что, смотри, ты ищешь всех студентов, у которых нет оценок, то есть тебе нужна обязательно табличка студентов. То есть и для тех строчек, когда ты не нашел здесь оценку, ты выводишь из null вот здесь. Как это... Жень, молодец, на самом деле. Крутой запрос. Можно еще написать. Допустим, вот так. Там... Select ID... From... Конечно же. Человек, который долго писал SQL... написал бы через left join. Потому что так сложилась традиция, что right практически никто не пишет. То есть, если ты пишешь right, то это прям right join. Ну, так как-то вот. Но ты все правильно писал, молодец. Где ID not in boom Select std from mark class. Видели, так я уже могу? Student. Если ее оценку ударить, то она будет искать. Еще правда? Или киньте ее оценку. Да. Физика. А, кстати, инерция спит? Мне кажется, это просто удивительно. Ладно, простите. Понятно, что я хотел сказать? Смотрите, я решаю то же самое, что Женя написал через join, но через vid not in, да? Можно было бы еще написать вот так. Где not... Not exists. Так, not exists. Так, select. А, так, во-первых, здесь надо писать, где нет. Так, теперь это я назову S. Где не существует mark student. Это назовем mark student. Mark student. Std равняется s.id. Если я нигде не накосячил, должно работать. Смысл заключается в том, что я использую конструкцию not exist. Да, и говорю, что, пожалуйста, верни мне тех студентов, для которых не существует строки с таким же std, как и id у меня в табличке markStudents. И на самом деле мне вот эта колонка вообще не важна, я могу вернуть здесь, допустим, просто один. Потому что не принципиально, на самом деле. Я вот здесь работаю в рамках not exist. Not exist не существует такой строчки? Да, что у тебя просто нет... И это, на самом деле, опять коррелированный запрос, если вы поняли, да? То есть вот я его закоррелировал вот по вот этому условию. Да, то есть я как бы сказал, что, пожалуйста, для каждой строчки отсюда проверь, существует ли здесь. И это не быстрый запрос, но, в принципе, работающий. За n квадрат в простейшей реализации. А дальше потом, если оптимизатор поймет это, он такой, ну, блин... Как бы. И так, да, пробует перестроить этот запросик, перестроит его, допустим, через там твой left join-чик, за джойни два множества, допустим, за n там, и все. Так.
Что бы я еще хотел спросить? Давайте такую штуку. Последнее, что мы за сегодня будем делать. И расходимся по домам. Кто хочет? Ну, давайте я просто спрошу. Давайте. Смотрите, у нас есть... Table A с колоночками A и B. Есть table B с колоночками A и B. Задачка. Я хочу сравнить, что эти таблички содержат одинаковые значения. Ну да, как угодно, на самом деле. Просто хочу понять, одинаковые в этих табличках значения или нет. Как-нибудь, да. Кого есть идеи? Напиши сначала. А? Вопрос. У меня есть две таблички. В каждом из них два поля. Я хочу такой запрос написать, чтобы сравнить, что в этих табличках одинаковые значения. Не знаю, напиши. Готов? Выходи давай. Давай, выходи. Как тебя зовут? Забыл. Сень, молодец, давай, выходи. У нас есть Аркадий, есть Арсений. Слава прям. Какие классные имена все. Тебе на заводе свое имя, что ли? Что, нет? Тебя называют Аркаша нужно? Так, можешь даже писать этим специальным маркером. Можешь сказать сначала идею свою. Ну, я думаю то, что если у нас union равен пересечению, то множество равны. Или там то, что если... Union равен пересечению. Или разность равна нулю. Давай с разностью равна нулю. Так полегче просто будет написать. Так, сейчас я подумаю. Правильно, молодец. Начинаем мы правильно. Select, from, давай. Что селектим? Ну, мы селектим, видимо. Подожди. Что? Как это accept? Да, да. Accept, либо минус можно написать. Давайте пока начнем. Не-не-не, сначала в селектим и пишем колонки всегда. Давай, видишь, нет, подожди, ну ты что, ну не смотрел, что ли, ты где был-то вообще? Где ты был? Давай, вот на эти линии нажимай, вот так, бум, сюда, все. У нас тут эти колонки. А и Б. Select А. Б? Да. Окей. From откуда? Из table A. Давай. Table A. Да. Нет, не буду обзывать никак. Не обзывай. Ну так. Так напиши заново. Теперь, давай. Мы выбрали все колонки. Давай. Из А. Теперь мы селектим из колонки из Б. Давай. А она зависит. Пусть пишет. Блин, это плохо. Сильно. Ну ладно, поняли, что там пробел где-то еще есть. Да. Окей, так, теперь... Что делаем? Как правильный синтаксис? Ну, except, либо минус, если ты хочешь вычесть, допустим, из множества-множества. Окей, то есть я получил раз, два select, и теперь мне нужно вернуть их разность. Ну, допустим. Вот допустим, теперь. Напиши alt except, да? Вот здесь, напиши здесь except. Да. То есть будет только с буковка C. Ой. Не except. И accept, да? Вот ты все правильно писал. Как exception, точно. Боже мой, проверочное слово exception. Ну, accept, окей. Не, ну и что? Это, ну, допустим, смотри, давайте контрпример. 1, 2, 1, 3. Ну, да даже нет, просто так, смотри. 1, 2, бум-бум-бум-бум-бум. А здесь 1, 2, 1, 3. Все. Твой запрос что вернет? А,
Я понял. И теперь мне нужно проверить то, что... Ну, понятно, что он вернет у меня null. Нет, он вернет тебе не null. Что вернет твой запрос? Из таблицы A вычитаю таблицу B. Да, он вернет тебе просто пусто. Ничего, да. Пусто, но не null. Мне еще проверить то, что из таблицы B вычитаю таблицу A тоже null. Давай. Пишем еще один. Как это вынимать? Просто... Не, не or. Допустим, пишем вот здесь, допустим, напишем здесь просто union. А. Сэмпти можно написать table A и table B? Как? Ну, table A, except table B. А, ну, типа, нет, как так раз нельзя. Тут, наверное, проще было сравнить именно union и вот это вот. Ну, пиши давай. Ладно, окей. Проще там, все равно не работает. Почему? Ну, потому что не работает. Да, стопудово не работает. Сейчас я тебе пример приведу, и ты скажешь, что она не будет работать. Сейчас он только допишет. А еще раз, можно задание? Конкретное задание. У нас есть две таблички. Нужно убедиться, что в них одинаковые строки. А? Что? Ну, то есть, банально, у них даже могут быть разные... Нет. Нет, он пишет совершенно разные вещи. Но на самом деле то же самое, да. Таблицу местами поменять. А, господи, да. Ну думай хотя бы чуть-чуть. В одном месте нужно было подумать. Это просто автоматично. Я тебе говорю, в одном месте нужно было подумать, и ты забыл про это. Так. Будет работать запрос? Ну, почему? Потому что если у нас не уникальное там есть, то есть если в одной табличке, допустим, три раза встретилось 1-2, а в другой один раз встретилось 1-2, то у тебя, когда будет, ну, в общем, минус из большего меньше, это там все равно останется. Да, правильно. То есть, грубо говоря, вот такой пример, да, сюда. Я, кажется, понял. Надо такой вариант. Нет, 1-2, 1. Да. 1-2, 1-2. Всем понятно, что это разные таблички, но это пусто. А? А правый, правильно, нет. А наш запрос вернет, да. Что да? Ну, наш вернет пусто, и мы будем считать, что тут как бы запрос, ну, таблички одинаковые, они разные. Так, вариант с пересечением и union all. То же самое будет. Давай. Не, а если union all и пересечением, они разные там будут, если там повторение есть? Нет. Ну, давайте еще. Или... Смотри, после любого эксепта, после любого интерсепта ты... Ты и все. Просто будет интерсепт у нас будет сипать. Если вот такой в этом же примере интерсепт даст 1-2. Да. А union null даст 1-2. Ну, короче, не принципиально. Как только вы использовали любую операцию со множеством, except, union, intercept, вы потеряли то, что у вас мог. У вас вы, короче, вы перешли из области строк в область множеств. И все, как бы, и вы это потеряли, как бы. Да, надо что-то посчитать, либо что-то как-то вывернуться. Может попробовать какой-нибудь group by сначала сделать? А? И посчитать. Че? Ну, сделать group by AB для каждой таблицы и посчитать для него количество вхождений, ну, уникального. Да. А потом... Так будет работать примерно. Ну, примерно, пока только. Да. Да, то есть поняли идею? Делаем, грубо говоря, то есть на самом деле, смотрите, мы как бы так, ну, то есть это один из решений. Мы к табличке А, Б, пусть она твоя будет, добавляем колоночку С, да, которая будет хранить количество А и Б. Ну, количество пар А и Б. Ну, не просто, не значит, что уникально. Ну да, понятно, что для каждой пары, для каждой уникальной пары А и Б, да, количество уникальных пар. Понятно? Да. Ну, грубо говоря, вот здесь, вот здесь колоночка С будет 1, а здесь будет 2, 2. Да? Вот. И потом, если мы получим такую колоночку, и потом, вот когда мы напишем вот такой вот запрос, только уже не по двум колоночкам, а по трем. Тогда это будет работать. До этого это не будет работать. И простой способа нет.
И на самом деле это полезно не просто... Ну, то есть вот такой способ, он, скорее всего, там большую часть кейсов вернет. Но представьте вы, что вместо этих таблиц у вас на самом деле стоят какие-то другие селекты. И вы вот взяли, написали какой-то селект, там на 100 строк, и потом взяли и думаете, да это вообще ерунда, я сейчас напишу это в 3 строки, знаете, как угадаю с 3 нот. Раз написал в 3 нотах, написал его и думаешь, а как тебе его сравнить? Ну ты такой, ну и вот чтобы сравнить, то как бы вот такую обвязочку можно сделать и проверить. Кто... Порядок не важен, допустим, например, но как ты это сделаешь? Как ты сравнишь колонку? Вот мы же здесь сравниваем колонку А со всеми значениями колонки Б. Да, как Ну нет, ну в общем, вот это один из способов, все правильно. Теперь единственное, что нам нужно, это придумать, как колоночку С хотя бы для одного случая написать. Я как предлагал, это group by, а B и... Group by нельзя. Почему? Ну, типа, ну хорошо, можно group by, покажи как. Покажи. Ну давай, попробуем. Давай, выходи. А? Да. Через овный партишн это получится легче. В бойсе все получится. Ну и через грубая тоже можно. На самом деле, примерно то же самое. Просто вот здесь вот, да, напиши селект. Как я сам на свой же подставил. Ты развел меня, мне кажется. А вот здесь селект и просто вот здесь вот, допустим, А, запятая Б и определи колоночку С. Какой нет? Ну, потому что ты всегда как бы... А, у меня есть еще вариант. Можно сделать inner join, где A равно A, B равно B, посчитать количество таких и просто по внешним... Ты напиши на бумажке, а потом покажешь мне, хорошо? Мы пока посмотрим, как... Я хочу count. Вообще, выходите на пару как бы и даже не записываешь, что ли, ничего? Домашнее тебе задание. Дома напишешь и потом пришлешь там мне в чате или в личку куда-нибудь. На его бумажку. Попробуй, если он тебе разрешит портить его бумагу. Здесь вот count надо сделать. Почему? Здесь единицы не получится. Надо сначала сейчас написать group by. Тебе нужно писать главное group by, да. А потом уже делать count void. Ну. Вот. From table A. Group by АБ. И вот это вот можно уже. Почему каунт считать? Ну, тебе нужно, смотри, тебе нужно посчитать количество таких вот пар. Таких вот групп, на самом деле. Каунт Б. Да просто каунт. Просто не знаю почему. Хоть по единице, не принципиально. Каунт работает в рамках группы. Окей. Ну все, да, вот так будет работать. А можно еще по-другому. Через, да, через row number, через законные функции, да. Только, ну, как бы ты здесь как бы... Это тоже будет работать. Смотрите, он сказал, что group by AB свернул все до групп, но добавил дополнительное, сколько там, вот на самом деле называется еще SC. Угу. Да, добавил ту колоночку, поняли, сколько таких групп, какова, не знаю, сколько кардиналити таких групп, там, не знаю, сколько там как бы этих записей. И вот потом, вот сравнивая по трем вот таким этим, можно будет сравнить. Это будет работать плюс-минус одинаково. Вот. Есть вопросы за сегодня? У меня есть пару вопросов к вам. Первый вопрос. Как вам SQL? Нормально, это неправильный ответ. Простой. Хорошо. Должен отвечать огонь. Тогда как бы я доволен. А если нет, я не доволен. Все. На сегодня все. Я вам рассказал все, что хотел. Спасибо большое.